Добрый вечер, друзья. Приветствую всех на канале Look War Games. Это военные игры с волком. Сегодня на канале у нас выходит третья серия, посвященная прохождению игры Jagged Alliance 3. Продолжаются приключения частной военной компании Wolf Group. Цель заявлена на сегодняшний день амбициозная – освободить остров Эрни от присутствия противника и тем самым превратить его в наш плацдарм для дальнейшего развития операции вглубь территории данной африканской страны. Значит, давайте освежим, так скажем, задание в памяти, что нам нужно сделать. Так, ну понятно, это магистральное наше главное, что мы должны сделать. Конкретно сегодняшнее, по плану, на сегодня задание на острове Эрни. Итак, значит, в прошлой серии в конце мы спасли Германа, вытащили его с минного поля, точнее, буквально с мины сняли, на которую его загнали бандиты. Значит, он пообещал вам награду, как только доберется в сектор деревни Эрни. Так, Марта, ну понятно, это его жена, которая его искала. Так, помощь деревне Эрни. Значит, здесь мы с вами должны в секторе H3 жестянка проверить бункер. В бункере находится пулемет МГ-42. Нам этот пулемет надо изъять, соответственно, и привезти в деревню Эрни для вооружения ополчения. Ну, конкретно передать Базилию, он ему нужен. Соответственно, он знает, что с ним делать. Выполним задание, получим за это что-то хорошее, наверное. Так, ну и Форт Леблё, это вот в идеале мы должны сегодня, ну, попробовать к нему подступиться. Так, ну и все, в принципе, текущее задание у нас установлено. Так, сообщений у нас новых нет. Так, это у нас история. Так, да, мы, значит, на восьмой день операции закончили подготовку ополчения, отдохнули в деревне и, соответственно, отбили атаку на Изумрудный берег. Так, вот такая у нас, друзья, ситуация. Значит, давайте смотрим. Мы сейчас здесь находимся, сейчас пойдем вот сюда. Так, пробежимся быстренько по вооружению и экипировке. Итак, значит, у нас тут образовалась каска, да? Значит, я себя полностью экипировал. Есть каска, бронежилет и штаны с противоосколочными вставками. Значит, дальше автомат Калашникова. Автомат Калашникова. Так, а что у нас там по обвесу? Обвесу. Непросто. Ну, непросто это как бы... Типа 50 на 50. Вот сложно, в принципе, уже можно ставить. Подсвечивать противников и носителя. У нас в бункере там темно будет, поэтому, наверное, лучше будет сразу, наверное, установить фонарики. Попробуем. Так, вот у нас фонарь получился на АК. Так, цевьё. Ну, можно типа тактическое цевьё. Попробовать... Ну, это 20, короче, запчастей, и непонятно, получится или не получится. Попробуем. Блин, не получилось. Состояние ухудшилось, запчасти про... Короче, того. Фигово. Так, ладно, с фонариком будет. Так, ну-ка. Сюда тоже, по идее, фонарик можно воткнуть. Так, и заодно механику плюс один анаболика вкачали. Так, ладно, сейчас, ну, состояние не критично, у нас ухудшилось 95%. Так, боеприпасы у нас 40 патронов, 30 в магазине, 10 еще в запасе. Так, далее, Эмди. Значит, у Эмди с прошлого раза мы с вами вытащили МП-40. Два МП-40 как раз нашли на Изумрудном берегу. Один я хочу отдать Эмди. Так, пистолет ты куда девал? А, пистолет верни назад. Обладателю. Так, вот это у нас лишний один остается. Так, его мы... Ну, короче, два таскай. Сейчас там есть у нас кое-какие планы. Наверное, мы сейчас вот так сделаем. Так, патроны. Да, патроны. Значит, патроны. Так, 18 всего осталось. А, во, в баре много.
Давай делим пополам. Снаряжай сюда. И забирай остаток. То есть у тебя получается полностью заряжен и почти еще целый магазин будет. А, ну в принципе вот отсюда излишек давай забираем и тоже тебе. Все, 52 патрона. Защитного снаряжения у нас у Эмди нет. Дальше, анаболик. У анаболика кстати, двустволка. Двустволка. Здесь ствол типа можно нарастить. Но это опять же не просто. Потому что дальность боя вообще никакая. Так. О, все, получилось. Отлично. Будет теперь чуть подальше стрелять, уже хорошо. Так, что с патронами? Значит, у анаболика это револьверные патроны. Значит, бронебойные забираем у тебя. Специальные боеприпасы я выдаю на другие виды оружия. Не на пистолеты, револьверы. Значит, к дробовику. К дробовику у тебя 37 патронов. Ну, все нормально. Так, дальше. Фомка. Кусачки, отмычка твое. Так, Амрын. А у Амрына... У Амрына плохо с боеприпасами. Значит, у него ГВР 98. Так, а что-то с ним, кстати, можно сделать, нет? А, небольшой бонус к точности. Ну, что-то думаю... О, не, получилось. Получилось. Так, ну, немножко оно будет, надеюсь, точнее, стрелять. Глушак... Блин, глушаки, конечно, пипец. Вот эта вот банка в прямом смысле слова смотрится, конечно, трындец как. Но опять же, непросто. Ладно, пока не будем. Тем более запчастей у нас не так много. Да и патронов всего 10 штук у нас осталось. 5 здесь, 5 здесь. Все, больше нет патронов. А, погоди-ка. Вот еще 5. Еще 5 нашел. Ну, с ума сойти. Целых 15. Береги. Береги каждый патрон. Так, все. Здесь мы с Амрыном разобрались. Амрын тащит еще калашников, которому нет у нас патронов вообще. Так, дальше. Барри. Значит, у Барри каска. Кстати, каска. Барри в основном гранат кидает. Давай, наверное, ты штаны отдай на Болику. Не побрезгуешь. И каску оставь себе. Осколки все-таки и так далее. Значит, значит, Барри нам нужно отдать патроны к револьверу. Так, сразу дозаряжай. Значит, здесь у нас патронов хорошо, хватает. Значит, вот эти гранаты я у тебя заберу. Давай будешь кидать обычные. Так, порох. Блин, порох почему-то в инвентарь не вкладывается. Это очень... Ну, сюда, в отдельный кармашек, анаболику. Так, и, значит, далее. Вот так делаем. А, и, соответственно, мы сейчас читаем журнал. Для того, чтобы поднять навыки по взрывчатке. Это же взрывчатка, правильно? Да, взрывчатка. It is always good to learn more and become better. Да, в идеале, чтобы у нас получилось вообще 100, и тогда как бы все взрывные, минно-взрывные вопросы Барри нам будет закрывать тогда. Так, все, с этим мы с вами разобрались. Значит, у нас ранение. Сейчас посмотрим, сколько стоит у нас, соответственно, по лечению, если вылечиться. Так, Эмди... Ну, 15 из 173, из 173 берем. Так, значит, он начинает у нас лечение. И в это время... Так, что у нас там по ремонту? Анаболик, включайся в работу. А, вдвоем тогда, Барри. Нет, нельзя, да? А, можно. Так, и вы вдвоем, короче, защитное снаряжение. Каски у нас изношены сильно. Две каски надо отремонтировать. Ну и штаны зашить. Ну, собственно, да. Все это у нас займет 15 часов. Ну, остальное все плюс-минус. А, ну, в принципе, по 40-е, наверное, надо подлатать. 18 часов займет. Собственно, все. Так, с этим мы с вами разобрались. И сейчас, наверное, денег у нас, в принципе, должно хватать. Поэтому сейчас я... Ну-ка, погоди, а у нас... У нас Игорек на связи.
Значит, давайте мы, наверное, сейчас его высвистаем. Да, высвистаем Игорька. Итак, хотя Игорь, хоть Игорь гордится тем, что он племянник самого Ивана Долвича, он по праву может похвалиться собственными достижениями. Молодой, но исключительно талантливый наемник уже завоевал уважение коллег своей выносливостью, отвагой, меткостью и способностью незаметно подкрадываться к противнику. Тем не менее, до своего легендарного дяди ему еще и расти и расти. Игорь исполнен решимости приумножить славу семьи Долвичей. Крайне перспективный боец. Так, давайте мы свяжемся с ним. При себе у него будет пистолет-нож, значит, навыки, ну вот ваше здоровье. Соответственно, хлебает из фляжки и увеличивается сила воли. Дальше, незаметность, то есть позволяет подкрадываться к противнику и полный контакт. Собственно, давайте мы с ним свяжемся сейчас. Hey, to stop conversation, to drink with friends? No worries, we continue. А, ну это он типа это, короче, они отмечали чего-то и в это время, видите, нам прислали, что он в зоне боевых действий. Ну, наверное, примерно что-то такое было. Так, значит, 3770 мы сейчас ему предлагаем на 2 недели присоединиться к нам. You must hire Uncle Ivan. He is greatest. He will come and see I am worthy of Dulwich's name. But now we must drink. I go get bottle. Наймите и дядю Ивана тоже, он самый лучший. Пусть видит, что я не позволил имя Долвича. Теперь давай выпьем, я ушел за водкой. Ну, как бы вот это будет постоянная тема такая. Но нам этот боец явно будет нужен. Так, а вот его дядя. А, вот он. Из элиты. Ну-ка, что за биография-то? А, майор бывший, ну да. Ладно. Стоите. Ну, это понятно. Нам пока об этом даже мечтать не приходится. Итак, значит, Игорек у нас с вами прибывает. Прибывает Игорек у нас на флаговый. Нет, отбой в деревню, вернее. Вот. А мы пока сейчас дождемся излечения нашего. Так, есть Амрин вылечился. Done. That was kind of easier than I thought it would be. Все, рана обработана, все хорошо. Сейчас дождемся тогда ремонта. All right. О, That is все мы finished. сделали. I Так, am значит, ready. что мы имеем с вами? Значит, Игорек у нас прибудет 12 апреля в 12:20. Сейчас у нас 11 апреля 8:00. Так. Значит, у нас должок небольшой. Я пока не забыл. Что-то интересное лежит здесь, в этом секторе. Давайте мы потратим чуточку времени для того, чтобы прогуляться туда. Потом, значит, в деревне соединимся с Игорем. И уже полной командой пойдем тогда сюда. Наверное, мы так сделаем. Да. Вот он сюда, мы сюда. Do not worry, I am here. Так, есть, мы прибыли. И, значит, что у нас здесь по блокпост, по аванпосту? Значит, мы справились с Диди. Ну, в смысле, уговорили ее не помогать, поэтому они не получают оттуда взрывчатку. И там нет штурмового отряда. Значит, для того, чтобы полностью аванпост был максимально, ну, легко его взять, значит, мы должны выполнить еще 2 условия. Разберитесь с Бастиеном и его семьей. И в секторе Жестянка есть старый бункер с большими запасами оружия. Большие запасы оружия, сразу говорю, в этой игре это чисто фигура речи. Все крупится на самом деле. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Я просто не знаю, вот реально. И в том моем прохождении, которое я не открывал. Так. О, тут доски все клеить. Где у нас тут? Let's move. Блин, где? Вилла. Так, вот, мы десантировались отсюда, шли сюда. Вот, все, значит. Так, сюда. Sure. We have agreement. Надеюсь, по рукам нам никто не даст. У кого кусачки? У Анаболика, по-моему. Да, давай. How can I assist? Ну-ка. Заради чего мы столько часов? В смысле невозможно открыть? I hope there is some protein powder in here. Не понял.
Перерезают проволочное заграждение, не поддаются ремонту, используются. А, кто-то вот он. Черт возьми, так просто. Блин. И это все? Заради этого? Блин. Если б я знал, даже не пошел сюда. Только время потеряли. Ну ладно, тогда мы сейчас идем сюда. Let's go. Соединяемся с Игорем. There is too much traveling in this job. This is one thing I do not like. Вот Барич вот уже это того. Ропщет немножко, но ничего, сейчас пойдем воевать. Не волнуйся, сейчас весело будет. Так, прибыли мы с вами. We are in new sector. I hope there is something to try throat here. Все, все, объединились в один отряд. Так. Отдыхать никому вроде не требуется, все здоровы, все. Единственное, сейчас по инвентарю. Так, ну, Игорек, конечно. Блин, только с ножом и пистолетом. Этого маловато будет. А что тебе дать-то? У меня нет ничего. Нечего тебе дать, дружище. В бою придется добывать. Так, а что у тебя с гранатами? 19, ну, плохо с гранатами, даже я лучше кидаю. Так, это беда. Беда, лишнего вот у меня, ну, калашников лишний есть, но к нему нет патронов. Угу. Черт побери, что делать-то? Беда. Так, ну, в принципе, если... У меня УЗИ есть и... И калашников. Так, ну чё я? Блин, сложный выбор, да? Типа УЗИ, калашников, немножко разные вещи. Угу. Ну давай тогда, ладно, фиг с тобой. Игорь, давай, ничего для тебя не пожалею. Ничего не пожалею, короче. Держи мой калаш. Так. Соответственно, значит, нет, нож мне не надо. Нож я кидаю, наверное. Нож лучше тебе, да. Нож тебе. Так, и патроны. Значит, ничего для тебя не жалко. Забирай мои патроны. А мне, соответственно, нужны тогда будут 9-миллиметровки. 9-миллиметровки я тогда из общего... А, погоди-ка, 76... У нас здесь же были, да? Да, у нас еще здесь были. Ну все, Игорь тогда у нас полностью уже экипирован, ну, имеет боезапас неплохой. Так, а себе я тогда забираю 9-миллиметровые кузи. Так, и тогда у меня получается граната и... Две гранаты и УЗИ. Собственно, все. Так, ну вот в таком вот... в таком порядке выдвигаемся с вами в этот сектор. Поехали. Так, 2 часа 4 минуты на дорогу. Мы днем туда придем, но это хорошо. I think this place is more than hits the eye. Да елки-палки, и ты уже устал, а вот только что. Капец, я не мог сказать, что ты устанешь. Трындец какой-то. Так, ладно. Некоторые из ваших наемников устали, нуждаются в отдыхе. Усталые наемники получают меньше очков и могут дойти до изнурения, если не дать отдохнуть. Бездействующий персонаж автоматически отдыхает. Так, на экране вид со спутника. Самый простой способ организовать отдых — остановиться и подождать. Если вы находитесь в дружном городе, проведите операцию отдых. Так, друзья, ладно, раз такая фигня, давайте мы сейчас дойдем сюда. Тем более Игорька не обмыли. Вот. Вздрогнем, как говорится. А, о, это очень хорошо. Очень хорошо, очень хорошо. У нас Барри тоже устал.
Поэтому отлично, сейчас мы быстренько их отдохнуть отправим. Так, а у нас кто там? Энди не надо отдыхать, Анаболику не надо, Амрыну не надо. Короче, втроем. Я, Барри и Игорек, на всякий случай. Игорьку вообще надо. Так, $340 это будет стоить удовольствие. Ну, короче, ждем их и... Мы еще день, по идее, застанем световой. Так, только сильно не напиваться, пожалуйста. Все, все теперь готовы, бодренькие, поехали. Let's move. Так, ну теперь заходим в сектор. Теперь я на вас надеюсь, я все для вас делаю. Тут иду прям от всей души, как говорится. Так, значит, здесь, в этом секторе у нас Форт Леблю. Оборону сектора можно ослабить, выполнив задачи, связанные с местными аванпостами. Помощь деревне Ярни, здесь бункер находится, в котором МГ-42. И нужно найти Бастиена. Опять дождь у нас здесь, правда. Так. Майкл here. Так, что у нас по локации тут? Траншея. Перекресток. Обезьяны орут. Так, это граница локации. А, ну вот, вход в бункер. Вот, собственно, сюда. Так, ну что, начинаем. Выдвигаемся. Sure, we'll get there. Ну, сразу траву нашли. Hello. We have металлолом нашли. Так, Игорька забыли посмотреть. Вот у нас Игорек. MD present. Энди, давай, собирай. Сразу металлолом. Замечательно. А здесь есть что-то? Нет. Энди, давай сбери. Ready to do stuff. Yeah, I go. Нет, ничего нет. I should be working out. Ну, идем тогда дальше. Come on. Оп, впереди контакт. Hey, Björn, my friends from the beach. I was just talking about you, wasn't I? Мои друзья с пляжа. Я только что вас рассказывал, правда? C'est vrai. And now you've come to meet my big family, eh? Вы пришли познакомиться с большой семьей? Yes, big family. Да, большая семья. Много ртов. So true. Yeah, so true. But I'm sure our friends here are willing to help. Верно, верно, но я не сомневаюсь, что наши друзья готовы заплатить за наше гостеприимство. В конце концов, они встречались с маленькой мисс Эмма и ее богатой подругой. Вы ведь наверняка дали денег, да? Нельзя думать только о себе и позволить моей бедной семье голодать. Ну, вы поняли, да, к чему он клонит? Гостеприимством желудок не набьешь. Выкладывайте деньги. Живо. Так, ну, короче, ситуация такая, да? Значит, у нас... Руки вверх. О каком гостеприимстве ты говоришь? Начнем издалека. Right. I showed you hospitality by letting you visit my shack. Now you have to pay for accommodation plus interest. Короче, парнишка оказался, надо было тебя там закопать, блин. Я проявил гостеприимство, разрешил посетить свою хижину, теперь вы должны заплатить за проживание плюс проценты. Wait, what shack? Подожди, какую еще хижину? It's actually just an Да это просто навес от непогоды, не то, чтобы там был тайник с вещами или что-то в этом роде. Сейчас мы его вломим, наверное. Stash? Тайник? Hey, ты что-то от нас скрываешь? No, ничего, я бы ни за что. Он прячет от тебя заначку. Ну, это самый верный способ. Попытаемся их рассорить. Он прячет от тебя заначку. So. Я так и думал. Я знал, что он нас обворовывает. Бей его, парни. Так, короче, мы что-то опыта набрались. Они побежали за ним. Беги, беги, короче. Так, ну, короче, мы избежали боя. I should be working out. И теперь нам, соответственно, нужно будет... Ну-ка, посмотрим, что у нас здесь есть. О, еще нашли. Так, давай MD present. Сюда. Так, и что-то у нас здесь есть. What?
There's some loot in there, some quality stuff in here. Ух ты, нихрена себе, тяжелый шлем, 50% уменьшения урона. Так, требует, правда, ремонта. Угу, ремонта требует, да? Ну, давай сделаем так. Я этот шлем Игорьку отдам. А себе возьму пока вот этот. Ну, ремонтировать нам потом будем. Фига себе. Ну, рандомное расположение вещей, то есть... Ready. Я такое находил, но это было значительно позднее. То есть... We're going, right? Igor, great at spotting things. Угу, чё, трава? Over there. Let us move slow. Так, здесь no у нас... Rush. Ничего. Come on. Ничего. Так, сюда. We have agreement. Let's move. Так, где? Где? Michael here. MD present. Found a hostel. Оп, стоп, стоп, стоп. With certainty. Стоять. Назад. Так, впереди противник. Группа боевиков у бункера. Сколько неизвестно. Значит, что у нас есть? У нас есть траншея. Траншея. И с этой траншеи мы с вами, по идее, можем вот сюда выйти. И отсюда вести бой. То есть, в двух направлениях. Еще у нас есть... А еще у нас есть возвышенность и вышка. Но для вышки нужна там снайперская винтовка конкретная. У нас такой нет. Так, значит, делаем так. Давайте, все в режим скрытности. Амрин, давай-ка выбирайся сюда. Значит, у нас Игорь штурмовик. И я, да, получается. По сути, Сузи. Так, Барри. Давай сюда. Я тоже сюда. Ну, Эмди с нами. Анаболик, наверное, тоже с нами. Амарин, твоя задача. Выдвинуться вот тут на возвышенность. Занять там позицию. Так, а мы пока в это время... Давай, Игорёк, вперед. Yes? Going. Still undetected. Quietly? Так, уже двоих там видели. Did I tell you? I am great at hiding. Moving quietly. Ready. Так, спускаемся в траншею. I will fall on them like a tree in the forest. Trying to be quiet. Амрин, что там? Залезай наверх. Чтоб потом мы тут не возвращались. Отлично. Тихо, главный. Омрин хан нау. Сюда. Запчасти нашел. Блин, прям контакт внизу. Контакт внизу. Так. Ну-ка, у нас что там происходит? Значит, у нас тропинка, да, тропинка, и, ну, вот, как бы, если вся группа здесь, то здесь такое место будет, ну, своеобразное. Значит, давайте делаем следующее. То есть, здесь лучше, наверное, если они полезут, из пистолет-пулемета, а из калаша лучше, наверное, вот с этого направления будет работать. Поэтому Игорёк у нас с вами сюда. Так, что там с металлолом? Да. Нет, это потом. Давай сюда. No problem. I think there is something here. I move in. И вот здесь в кустах. Залегай. Так, и держать сектор. Come here. I shoot you. I will try to become hard to see.
Так, анаболик. Quiet now. Давай сюда. It is a shame they will not be able to watch me move. Ты прыгнись, блин. Так. Если будут спрыгивать, короче, всех валишь. Так, Боря. О, блин, назад. Still undetected. Так. Нет, сюда бы еще, наверное, одного. I will try to remain hidden. Так, Эмди. Блин, или Барри сюда отправить. Давайте Барри отправим, наверное. Going. Still undetected. What? Okay. Так, Эмди. I will try to remain hidden. Trying to be quiet. Итак, перекрёстно возьмём. I will try to become hard to see. Так, Амрын. Сейчас начнется бой с высокой долей вероятности. Keep silent to make good kill. Так. Ну-ка давай-ка. Вот так вот. Так, Барри. Может, гранаты начнем, а? А, уже началось. Увидели. Одного ранили. Второго, ну, второго чуть-чуть совсем. Оп, молодец. Блин, МД двоих сразу подранил. МД present. Так, ну вот, что-то у нас как-то понеслось, да, неожиданно. Так, и они забились по этим самым, по кактусам, по кустам. Так, Амрын. А, у нас, в принципе, не у всех ходы. Понятно. Ну, давайте. Молодец. Ну, вообще красавец. Два. Опа. Опа. Молодец, я снял из УЗИ. Фига себе, даже не было. О, блин. По баре прилетело. Ну-ка, давай, 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 траншейку сюда. Чуть-чуть, по макушке. Опа, ни хрена себе на болик выстрелил. У противника минус два. Так, МД. Чуть-чуть не попал. Блин, Игорь. Барри снял. Третьего уже. Офигеть, вот это да. Красавцы. Так, сколько их вообще осталось-то, собственно? Ага, двое здесь. Блин, вот сюда бы граната прилетела, вообще шикарно было. Так, один попёр вот сюда. Амрын, ты его видишь, не? Видишь. Так, голова вероятность 64%, а можно, чтобы... Так, сколько это у тебя займет? Два выстрела сможешь сделать, если что? Давай-ка, наверное, вот так вот. Красавец. Так, вражеское подкрепление может появиться через 20 секунд, и у нас загорелся УАЗик. Так, и у нас ты видишь еще двоих. Ну, вот этого и вот этого. А прицелиться. Так, торс. По торсу, да. Тут голову не будем на. Хотя. Нет, по торсу. Все, засекаю его на следующий ход. Дальше. А. Блин, анаболик, ты меня конкретно порадовал. Блин, а вот можешь встать и вот этих вот, нет? Да, ты его видишь. С вероятностью 84%. Огонь. Блин, нихрена себе мы ствол. Привинтили. Чё, двоих что ли? Просто снопом. Красавец.
Блин, ну ты меня радуешь прям. Вот что значит, да, на стриме, на премьере сказал, что типа он меня разочаровал, на тебе, жгёт просто. Красавец. Вот что значит модифицированное оружие, да? Так, значит, этого сняли, этих двоих сняли, остается у нас с вами точно вот этот вот, вне прямой видимости. Так, это значит, что я, наверное, перемещусь вот сюда поближе. Acknowledged. Так, есть, молодец. Эмди. MD present. Кстати, у Эмди повышение уровня произошло. Так, Эмди, наверное, сюда. Блин, он проворно себя качает. Вот медика себе, да, какого взяли. Красавчик. Так, давай сюда. Барри. Ну, Барри у нас немножко ранен. Так, перемещайся. I will do. И держи, соответственно, вот эту позицию. Молодец. Так, ну и Игорёшка. Игорёк. Игорёк, наверное, у нас переместится с вами вот сюда. I do it. Так, ну и то же самое. На тебе вот этот сектор. MD present. Всё, переход... ну да. Не попал. Ой, блин. Эх, УАЗик сгорел. Так, а Игорька еще палили-то? Это пулемет, что ли, у меня там был? Нет. Калашников. Охренеть. А что такое убойность? Так, а Амрын, ты его видишь? Не, не видишь. Вообще никак, да? Ну да, вне досягаемости. Так, там что-то подкрепление ожидается, поэтому, наверное, мы не будем Амрына сдергивать с позиции. Пусть он, короче, контролирует это дело. Если добегут, то добегут. Так, дальше Игорёк у нас отползает сюда. Так, где тебе перевязать-то? А, вот здесь. Укрыться можно. MD present. Так, MD. Окей. Сюда и покажи ему помощь. There you go. Glad to be of use. Так, Барри тогда перемещается у нас с вами сюда. I will do. Тоже проворность закачалась. Так, под калаш не лезем. I should be working out. Здесь перезарядиться надо. И ко мне поближе. Так, а я? А я. Здесь укрыться где-то можно будет, нет? А, вот, за ящиками, в принципе, можно будет укрыться. Так, только, наверное, нужно тоже поэтапно. Сюда. И. Блин. Залечь, наверное, думаю. Так, и аккуратненько ползи. Все. Водка will help better. Блин. Вон они появились. Еще двое выскочили. Так. Блин, Калашников уже жесткая, да, тема вообще. Ну-ка. Enemy has good visibility. Ну, с вероятностью 65% по торсу попадет. Ну, чуть-чуть буквально. Давай еще разок. Уже 75%. Блин. Да я тоже не знаю, как это могло произойти, черт побери. Так, сколько у тебя очков-то там осталось? Не-не-не, отход. Так, дальше. Помощь оказали. Поэтому давайте быстренько в сторонке. Так, сюда. You mean right now? Сюда. Take cover. Откройсь. Так, Игорь. No problem. Блин, не нравятся мне эти типы. Ready. Так, Амрын, что видишь? Ничего, да? Вне пределов досягаемости. Блин. Так, а ближе... Ближе. Я не знаю, попрут они, не попрут. Но если попрут, вот, давай сюда.
Так, остаются мы с анаболиком. Значит, анаболиком мы с вами... так, давай вот... Там прострел будет, да? Да, прострел будет. You mean over there? Сюда. Открылся. What? Так, и я. Ну-ка, гранаты я не достану случайно. Ну, теоретически. Поехали. Ага. Вот того достал хорошо, дальнего. Так, ну и зарасходовал. Блин, где тут? А надежного укрытия нет, нифига. Ложись. Блин, и там плохо, и там плохо. Лежи, короче, здесь. Поехали. Ну. Дальнего зацепил, ближнего не попал. Попал. Ну добеги ты да. Эх, блин, по граюшка пробежал. Ох ты, прям передо мной, гад. Не увидел, что ли? Зато другой увидел. Опять по Игорю пришлось. Ух ты, блин, слушайте, ну калаши суровая вещь. У меня такое ощущение, что они еще суровее стали, чем были. Так, что мы с вами имеем в этой ситуации? Так, Амрын есть. На прицельную дальность кто-то к нему вышел. Ага, так, один, второй. Один, второй. Так, а по этому что? 59, но по торсу. Теперь 67. Давай, пробуй. Блин. Кто такой ракурс, черт возьми, выбрал? Так, паси, паси вот этого. Нет, стоп. Вот этого паси. Дальность хорошая, позволяет. Yes? Дальше я... Ну, он на меня прям вышел. Блин, дружище, Turn давай его. Делай, что хочешь, но нужно его свалить. Так, руки 80, голова 55. Так, очередь. В голову пытаюсь... Да блин. Анаболик спасай. А. Блин, он меня зацепит. Остоя. Так, ну блин, в любом случае получить в упор, наверное, картечь мы выковырим из броника там сзади и из других мест. А тут... так, давай, короче... По рукам ему гада. Ну, я думаю, это предотвращенный вред был больше, чем полученный. Так, отходи назад. Спасибо, yes. Дружище. Черт возьми. Так, одного сняли. Остается у нас вот этот гад. И... А вот этот, блин, заныкался. Ну-ка, Барри, no. давай гранаткой попробуй. Давай. Двадцаточку. Так, горишь, что скажешь? Попадешь в него, нет? 73%. Красавец. Снял. Молодец. Ну вот Игоря. Я ценю и уважаю. Так, ну в принципе, оставайся, наверное, на этой позиции. What? Так, остается, по идее, один у нас. Пройти. MD, а, MD еще не стрелял. Так, MD. МД. Так, МД, давай-ка сюда. Окей. Сюда. А, и все, да. И все. Поехали. Летело. Оп. И Амрин, соответственно, ставит точку в этом столкновении блестящим выстрелом. Так, и мы получаем плюс 5 к лояльности Эрни. Зачистили от врагов. Так, давайте все собираемся сюда. Эмди, давай перевязки. Так.
I have gratitude for. И меня надо тоже подлатать. О, медицина плюс один. Я уже вообще весь красный. И Игорька уже все замазали. Ну-ка, погоди, момент сейчас. Фоторежим. Черт, как их отмыть? Есть какой-нибудь способ, чтобы их привести нормально в чистое состояние? Но это же нереально. Мы же там будем всякие интересные локации посещать. Ну как вот, придешь в приличное место вот в таком вот виде. Ну что это такое? Ну? Неужели... Это не уходит никак. Так, значит, теперь мы с вами... должны произвести зачистку сектора от полезных предметов. Ну, беги... короче, вместе это делаем, потому что один одно находит, другой другое. К третьему в сумку складываем. У нас тут в этом смысле полнейшее коллективное, черт возьми, хозяйство. Так, давайте, наверное, начнем отсюда, да? Здесь шли как раз. Логично будет. Сюда. Сюда. Итак, здесь у нас что-то. Ready. О, две гранаты как раз взамен израсходованных. Значит, у Барри... 8 штук. Давай-ка я себе возьму. Я тоже вроде кидать их умею более-менее. Так, 3 у меня будет. Еще одну помку мы нашли с вами. А вон и Горьку. У тебя пустой рюкзак на тебе. Так. Отлично. Это мы сделали. Теперь дальше. В траншеи у нас ничего нет. В траншеи ничего нет. Давайте сюда. На тропиночки посмотрим. We all go now. Угу. Так. How can I assist? MD. Michael here. Ready. Дальше. Let's go. Да, главное. Так, теперь у нас. Значит, что нам наши товарищи принесли? Итак, здесь на трупе целых 5... О, отлично, 76 56 патронов, 72. Так, Игорь, сколько расстрелял? 30 у тебя, 24 в запасе. Ну вот, в принципе, позволяет второй калашников ввести в эксплуатацию. Так-ка, наболик. Так. Попробуем еще разок. Есть. Ну, у меня теперь есть тактический рукоятка. На автомате. Ну так. Можем штурмовать. Ну все, и тогда я второй автомат я забираю себе. Теперь у меня есть автомат. Хо-хо-хо. Ну и патроны к нему. 26 к себе. Все. Отлично. Так, теперь дальше с вами. Так, одно еще тело там. Affirmative. Права. Тело. Да красавец ты мой, еще 70 патронов. Ну это мы с Игорьком сейчас раскинем пополам, по-братски. Так, 35 мне, 35 ему. Блин, три магазина полных, почти три полных магазина, это блин, очень хорошо. Так, дальше, Энди, иди-ка, тут что-то по твоему профилю. $1000. Okay, will do. Вообще великолепно. Michael here. Так, дальше. Так, здесь мы обшарили, да, все, ничего не оставили, ничего оставили. We have agreement. Так, кладбище. There is something unknowable here. Так, come on. Все проверим. Здесь у нас нет. Let's move. We all go now. Так, значит, у нас имеется. With certainty. Так, давай, Эмди, где-то. Ready to do stuff. Собираем.
стоять. Угу. Так, траву мы Michael с вами here. Собрали. Еще мы так, здесь были. Ну-ка, здесь, что-то может здесь быть. Хотя Амрин там пробежал, вроде бегло посмотрел, но мало ли. Let's go. Нет, ничего, видимо. Так, на вышке ничего нет. Ready to do stuff. Даже забраться нельзя. Michael here. Так, здесь мы смотрели, да? Ну, сбегай, на всякий случай. А, we're walking. Чтобы мы уверены. Не, все, возвращайся. Wish I had a chopper. I should be working out. Так, все, спускаемся. Сейчас у нас здесь загадка с кладбищем. Так, у МД, да, повышение квалификации, кстати. Michael here. Давайте сейчас моему. Итак, у МД повысилась проворность. Проворность повысилась в связи с этим. У нас с вами открывается, ну, куча всего. Так, ловкость. Нет. Так, критические попадания с помощью атак прерывания. Но все-таки надо медику, что-то такое медицинское, скорее всего. Здоровье. Сила воли, атака ближнего боя. Положение лежа. Максимальный запас здоровья. Эти штурмовику сила. Вот это, в принципе, тоже можно было бы вкачать, потому что... Так, но мы, наверное, остановимся все-таки... Постановлен на 30 очков здоровья больше при перевязке. Я надеюсь, это касается любых персонажей. То есть не только себя. Ну вот. Так, повысили, да? Теперь давайте смотрим, что у нас здесь. Ну, Эмди, как бы тебе и карта в руки. Давай. Луи. Антуан. Гаспар, Гюнтер, Рудольф. Let's see what we found. We could always use more meds. Так, отлично. 38 единиц медикаментов. Ну, что-то на кладбище, конечно, сомнительно собирать медикаменты. Ну, блин, ладно. Так, аптечки, кстати, 71. Давайте пополним себе. Есть. Так, куртку мы нашли. 30% уменьшения урона. Значит, я экипирован. Так, анаболик нет. Амрин. Ну, Амрин все-таки дальний бой. Давайте Игорьку, наверное. Так, и у нас есть журнал по меткости. Давайте я, короче, себе преимущественно буду отдавать, чтобы докачать те навыки, которыми я там, ну, пожертвовал, да, когда. Так, и читаем сразу. Да. Just got better. И меткость плюс один. Продолжаем, мы еще не все здесь изучили. Это что? Ганс. Так, здесь... Хайнц. Ну, французы и немцы вместе тут. Фридрих. Вы прошли проверку на интеллект. Никакое не имя. Здесь что-то припрятано. Могу поспорить, что это стоит почти столько же, сколько семестр в медицинском. 5 гранат нашли, целую связку. Так, либо я себе забираю их, либо... Давайте, наверное, мы сейчас поделим, да? Как раз вот и получается. 2 Барри и 3 мне. Все. Так, и красный провод. Навык по взрывчатке. Это мы пока все отдаем Барри, чтобы он повышал свою квалификацию. Вот сейчас у него 93, сейчас будет 94. Да. It is always good to learn more and become better. Так, еще 6 журналов, у нас будет абсолютный специалист. Ну и здесь у нас что?
Не-не-не. God give rest to their souls. Они отважно сражались, не исключено, что в кургане зарыто что-нибудь полезное. Накопаться в могиле. Анаболик, ты у нас человек. А вот. Хотя. Не факт. Выпросив проверку на механику, аккуратно раздвинув остатки, вы нашли на удивление сохранившееся снаряжение. Плохо делаем, мы грех делаем. Ну, что поделать, жизнь такая. Бабушка Гонтарски благословила меня с небес. Короче, нашли мы еще одну гранату. Беру себе. Ну, блин, гранаты из могилы, хрен знает. Так, значит, дальше мы нашли еще один журнал по повышению меткости. Давайте сейчас себе вообще чудо-специалистом станем. Потому что анаболик, допустим, меня превосходит в этом намного. Да. Плюс один. Ну и три, соответственно, еще ГВРа старых. Но я брезгую, как говорится. Тем более патронов у нас немного, ну и они вообще изношены. Поэтому мы их сразу раскидываем на запчасти. Тем более мы очень сильно поиздержались в этом смысле. У нас всего 18 с учетом разборки. Так, все, мы этот квест тоже, можно сказать, закрыли. Теперь, друзья, собираемся у главного входа все. Ready. Так, и у нас с вами бункер. Бункер впереди. Заходим. Да. Спускаемся. Бункер ФБ-4568. Подземелье. В темноте труднее заметить противников. На любой выстрел, кроме стрельбы в упор, накладываются штрафы за плохую видимость. Вот сейчас фонарики у нас тут рулить будут. Так, зашли мы с вами. Зашли. Так, зона развертывания, разведданные отсутствуют. Так, развернуть. Главный, I was not made for being underground. There are too many walls and not enough sky. Please, let me leave. I will not even sleep in this place. Да, у Амрина, ну, типа, это, боится он, типа, замкнутых пространств, поэтому его лучше, как бы, здесь сильно не напрягать. Поэтому, так, Игорёк, no давай, problem. Ты ведущий у нас пошёл. No problem. I will try to become hard to see. Так, а фонарики у нас что, включены? Quiet. Take a look at this. Никого нет. I move in hiding. Так, здесь чисто, то есть противник у нас вот там за дверями будет. Так, пока, соответственно, мы можем с вами здесь осмотреться. Так, Амрин, ты оставайся здесь. Так, МД, не уходи, где ты? МД. Иди тут что-то взломать можно. Что мы без тебя делали, дружище? $500 получили. Открыть. Так, здесь что-то у нас внутри. Так, а внутри у нас отмычка. Так, по отмычкам у нас. Ну, альтернативно анаболику, по сути, нет. То есть он у нас суперспециалист по этим делам. Так, и нашли мы 762-миллиметровые натовские патроны, 39 штук матчевые. Матчевый образец натовского образца для автоматов, ну, понятно, для всего. Короче, с увеличенной эффективностью прицеливания. Так, Амрин. У меня подарочек для тебя, дружище. Так, давай, выщелкивай патроны, которые у тебя здесь. Заряжаю вот этими. Так, и тогда я тебе всех отдаю, будешь ими стрелять. Так, а эти пятерочку мы, соответственно, у тебя изымаем. И 10 патронов у нас будет здесь в резерве. Keep silent to make good kill. Так, все, больше здесь ничего нет. I will fall on them like a tree in the forest. All right, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. Так, ну все, значит, у нас вот основное помещение бункера. Значит, здесь у нас... ну все вперемешку. О, блин, рюкзачок, вот, черт возьми, вот рюкзачок, да? Это вот никак здесь не это самое. Я все вспоминаю, там 762 всякие, где можно было разделить, не, там, рюкзак, карманы там, не все положишь. Ну, было прикольно. Если бы такое здесь было вообще шикарно, я думаю. Так, значит, что мы... Теперь нужно зайти внутрь, точнее, вниз спуститься, и там наверняка нас ждут.
Так, значит, на Амрина мы сильно не рассчитываем с вами, получается. Yes? Okay. Значит, подтягиваемся я. Игорь, потому что у нас оружие с фонарями. Be quiet now. Так, анаболик сюда. Эмди сюда. Блин, что-то там... А, это решетка. Не пугай меня так. Так, Амрин. Так, ну ты, короче, как-то, я не знаю, находись, наверное... Вот здесь. Keep silent to make good kill. Так, ты что-то там контролировать можешь, нет? Ну, на всякий случай, проходик там. Так, сейчас будем открывать дверь. Дверь, так, как, погоди, кого мы потеряли? Где еще? А, Барри, ты что? Скромно. Still undetected. Скромно так. Doing. Still undetected. Значит, у тебя задача готовить гранаты. Так, револьвер, наверное, пока отставить. Соответственно, светозвуковые. У кого там эти освещалки? У тебя же. Так, давай начнем с забросим внутрь fire. А потом глушилку. А потом уже будем там гранатами, если потребуется, добирать. Так, дальше. Мы с Игорьком. Перекрестно контролем. Ну, короче, пространство внизу под лестницей. No problem. Вот так вот. Так, анаболик. Я? Да, ты. Здесь у нас пазуха такая получается. Ты, короче, там держи. А, соответственно, Эмди, твоя задача аккуратненько открыть дверь. Не перекрывай нам сектор обстрела. А, стоп, Барри. Так, Барри сюда. И готовься сразу к команде. Открывай. Hostile in sight. Открывай. Огонь. I don't think so. It'll definitely spot me. Так, ну и первый выстрел сделал, соответственно, и... The foreigners are here! Bombs! Опа, и тут же я его срезал. Ready. Красавец. Так, ну давай попытаемся, наверное. Так, это у нас сигнальная шашка. Погоди. Сейчас, давай ты... подальше ее закинь. With certainty. Вон туда вот, где мы не просматриваем ни хрена. Пошел. Here is special есть. Grenade. Сейчас эти испугаются. Так, и, короче... У тебя 4 очка осталось. Сваливаем. Yes. Так, мы контролим. У нас сектора обстрела есть. Ready to, так, Анди, ты, соответственно, еще... Не-не-не-не-не-не, туда не лезь. Нет, тогда отбой. И... А, погоди, можно вот так сделать. Так, ну здесь ничего особо не видно у тебя будет. Got it. I'll shoot at anyone I see. Но попробуем. Давайте bad вот так. Guys, of course. Just the bad guys. Буду стрелять по всем, кого увижу. Да. Блин, надо было тебе... Чёрт, не сообразил, надо было тебе УЗИ отдать. Поехали. За колонной. Оп, Амрин. О, отлично. Блин, стрелял на болик. В смысле, стрелял Амрин, дали на болик. Да блин. Так, ну потому не попали. Оп, я схлопотал в ответ. Еще один. Так, два их наблюдаю. Мимо. Казачьи дети. Игорь здесь, чтобы победить вас, добыть славу для семьи Долвич. Так, ну что мы имеем, друзья? Мы имеем неплохой результат. Прямо сходу, значит, я одного убрал. Блин. Амрин, соответственно, этого завалил, короче, и... А погоди, там еще же был труп. Может, двоих вроде снял. Так, ну давайте продолжим. Давай сюда. Так, вероятно, 62. Либо держать сектор. Давай держи, наверное, сектор. Причем можно и туда, и туда.
Блин, этого, может, мы сами возьмем. Давай-ка вот этого гада. Stock now, nap later. Да. Так, так. Барри, ну-ка давай-ка, пробуй. Moving, as of this moment. Теперь, светошумовую. Ай, блин, они не стоят ни хрена. Тогда отбой. Отбой, не надо. Давай вот сюда. I am in movement. Так, дальше. Ready for action. Игорек. Сюда. Блин, дальше уже лампочка нас освещает. Так, вот так делаем. Я сюда, сюда. И то же самое. Так, главное, блин, Амрин, меня не это, нет, не того. Так, дальше, анаболик. Туда не спуститься, не, не получится. Ты просто сюда. Ready to, do stuff. А Энди у нас может, в принципе, вниз спуститься. Но это, наверное, на следующем ходу будет. Даже если со стрельбой. Не, далековато. Далековато, далековато. Пока просто вот сюда. А! Все, все, все. Стой, больше не надо ничего делать. Так, переход, поехали. Еще один. Take that! Ой, блин, по мне опять попал. Четко. Так. Ох ты. Блин, вот это мне нравится, когда раз-раз и завершающая плюха так. Так, теперь Игорьку. Michael here. Ну, все равно по очкам идем. А вот теперь уже, наверное, можно будет кинуть гранату. Ну-ка, давай-ка пробуем. With certainty. Вот теперь они в зоне досягаемости оба. Давай. Пошла. Оп, хлопушечка сработала. Хлопушечка сработала. We have agreement. И теперь, MD, наверное, MD у нас побежит. MD побежит, 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 побежит. Пошел. Есть. Ну. Да, блин. Так. Давай туда. И там, на всякий случай. Так, теперь нам нужно, короче, этих двоих как-то завалить. Так, Амрин тогда у нас будет последний, да? Order? Так, у Игорька 10 очков, у меня 9. Так, а ты его видишь, нет? Сможешь? Proud with this shot. Блин, 74%, попробуй, надо снять. Молодец. Сделал. Так, Игорёк сделал. А чё ты? Ready. Igor Dolphich. Ready. Не понял, у тебя 4 очка осталось, а ты? Yes. Так, а у меня, соответственно, 9, да? Target locked. При этом этого я, ага, руки вижу. Давай по рукам попробуй. Попал. Блин, ну надо не очень было стрелять-то, эй. Сейчас он ответит просто. Not even elk will see. Короче, Амрин, страхуй тогда, чтобы он, короче, этого не сделал. А, блин, что, не успеваем уж? 6 очков осталось. Steady, steady. Держи его на прицеле. Be quiet now. Блин, ну не знаю, на болик там спасай ситуацию. А, нифига, он не спасет ситуацию, у него очков не хватит. Не достанет он даже. Не. Не достанет. Get down. Hello. Так, Барри, у тебя 4 все очка. Блин, сейчас пролетит, наверное, в ответ, мне кажется. That was a mistake. Now we kill you all. А, блин, еще один. Черт, вот этого прозевали. А, блин, Энди, держись. Держись. Так. I need a medic. Трындец, да. Ну, хлопушка что-то не особо сработала.
Не особо сработала хлопушка. Так, а ну-ка, если я гранату им туда закину. Так, Энди, держись, держи голову. Граната пошла. Так, ну вот прикрытие мы его сняли, блин. Так, давай я сюда метнусь. Анаболик. Да, твою мать, что ты сделал? Ой, ты ёлки-палки. Что ж ты сделал-то, а? Ready for action. Так. Да вы чё, издеваетесь надо мной? Hello. О фонаре. Сейчас МД остался один. Блин, ворота проклятые. МД present. Блин, МД. Капец. Так, вот этот дохлый. I think I can, you know, get him. Блин. Чёрт. Ты, ну я его понимаю, конечно, в этой ситуации. Блин, и он остается наедине с бойцом, который калашом вооружен. Короче, одного он снял, но второго нет. Hello. Тихо, главный. Омрин Хант нау. Так, а тот с Калашниковым. Еще, блин, еще один. Блин, еще одного призывал. Там их больше оказалось гораздо. Мимо. Но он с пистолетом. Сейчас, вот это сейчас как это... Так, тяжелое ранение. Короче, один из ваших районников тяжело ранен. К счастью, он все еще жив, но его нужно перевязать как можно быстрее. Тяжелораненный персонаж может умереть, если получит в этом состоянии существенный урон. Эффективность перевязки зависит от навыка медицины. Само это действие временно выводит союзника из боя. Не рассматривайте тяжелое ранение как защиту от смерти. Получив значительный урон, наемник может умереть без перехода в это состояние. Блин. Меня, короче, того. Немножко. Так, шанс умереть средний. Замечательно. Так, Эмди. Эмди. Так, короче, перевязать меня тоже только Эмди может. Так, Амрин. Держи вот этого гада. Я. Так, анаболик. То же самое. Да ёлки-палки, да что у тебя вообще ж не это самое. Так, Барри. Блин, это закрыть, это пипец нафиг. То, что на это место ее повесил. Так, ну-ка. Давай. Да, блин. И все. Так все хорошо шло, а слушайте. Так. Короче, не давай им высунуться. Ни тому, ни другому. Вот так вот. Ready to, do stuff. Ну а ты, соответственно, давай на шуруй ко мне. Несись, блин. Иначе. Как игра закончится, блин. Так, недостаточно. Давай, ко мне, побежал. Sure. Черт, побери, так все красиво было. Только живи. Блин! Твою ж налево. Это средний шанс был. Not enough food in my belly is making me miss, главный. Зашибись, меня, конечно, отомстили. MD present. Нет, ну своего-то персонажа. В смысле загрузить нельзя? Ау. Давай фонарей. Так, погоди. А фонарей, блин.
средний шанс был. Так, ну-ка погоди. Давай тогда, Амрин, перевязывай меня. Черт. I have ointment that helps. Четыре тела целых. Так, анаболик, короче, тогда на тебя уповаю. Wait for the puny enemies to make their little moves. Игорек, то же самое. Погоди, а где счет? Так, Игорек, да, то же самое. MD present. Barry Unger. Так. Ну тут уже. Самое время до гранат, наверное, перейти. Так, Барри, где? Не понял. А какого лешего, куда ты свои дел? Так, ладно, потом разберемся. Короче, контроль, все, короче, вот эти. Это два угла, MD чтобы они present. Туда даже не думали, гады, вылезти. Так, ну и остается у нас Энди внизу, МД внизу. МД один. Так, ну-ка давай-ка мы, наверное, сейчас. Ну я вот не знаю, если там еще кто-то есть, я надеюсь, все вылезли. Давай, короче, несись, блин, вот сюда, и вот этого гада попытайся завалить сам. Своими силами. Ну. That was not nice. Все, please красавец. Don't do it again. Молодец. Да погоди ты, обыскивайте, господи. Moving. Stat. Ну. Блин, я надеюсь, Амрин, ну, я тогда против тебя слова вообще не скажу. Если ты все так красиво сделаешь. Time for a last stand. Стабилизация. Отомстите. Да, это был последний. Так. Враги убиты, однако, конец охоте, можно снять сапоги, растереть ноги. Красавец. Так, давай, чтобы я это вообще выздоровел. Блин, вот эта тема, да, была, типа, Ладно бы там было написано какое-нибудь критическое там состояние, вообще трындец, да? Так нет же. Так, сейчас MD7 помощь окажет. What? Michael here. Так. Барри нет. Ready. Ну как ты, жив? Курилка. Ready to, do stuff. Так, все, все, да? А, себе. Блин, себя забыл. Фух. Я думал... Michael here. Прям аж упало все, как говорится. Так, ну, спускаемся sure. вниз. Короче, все кучно легли. Ну, дураки полезли сами, да? Если бы они рассредоточились по бункеру, нам было бы труднее, конечно, взять. Так, что у нас есть? Так, у нас есть штаны. Вот у меня вся была, все было. Ну и мы это, видите, чуть-чуть. Так, ну а, соответственно, Амрин, дарю тебе шаровары противоосколочные за это. Very good equipment, главный. Only needs major repairs. Ничего, отремонтируем, все нормально будет. Так, значит, дальше у нас с вами 44-й калибр, матчевый патрон, 22 штуки. Но у нас нет ничего под это, поэтому мы их сюда. Так, и у нас есть еще один АК-47, третий по счету. Патроны мы с него с вами выщелкиваем. Так, что у нас там? Игорь, 59, ну-ка. Перезаряжайся. 40 в остатке у меня. У меня 46. Так, а здесь мы с вами... 23. Давай мы с Игорем опять же разделимся пополам. Так, значит, 11, соответственно, ему. И 12 мне. Ну, 12-й командирский. Так, и Калашников еще один. Ну, мы его пока ломать не будем, да. Хотя с большой долей вероятности придется его сломать. Так, Игорь, на тебе второй. Закинь себе пока на горб. Так, пошли, друзья, осматривать помещение. Где-то... Где-то здесь пулемет должен лежать. Вот. О, стоп, что-то нашли. Еще МП-40 нашли один. Так, вот это вот интересно, да? Еще один МП-40. МП-40.
Под девятку-то у нас, в принципе, патроны есть. Ладно, пока давай тоже, как бы, это, на горб. Так, далее. No problem. Значит, здесь у нас что такое? Action. Вот он, пулемет. Ну, нашли мы, собственно, пулемет. Давай-ка я его себе сейчас и возьму. МГ-42, да. Таким образом, мы с вами нашли пулемет, о котором просил Базили, сектор деревни Эрни. То есть задание мы выполнили. Надо пулемет теперь назад отнести. Так, и здесь у нас что-то. Вы не прошли проверку на интеллект. О, замечательно, интеллект. В каждом углу пошлая картинка. Эмди, иди, тебя пошлые картинки не смущают. Вы прошли проверку на интеллект, найдены разведданные. А, короче, схема минного поля изумрудного берега. С надписью «Это бешеная сука» и все время переставляет. Короче, мы нашли то, что нам уже не надо, поскольку мы все мины там сняли. Барри у нас. Ready to, do stuff. Барри все разминировал, поэтому. Let's go. Так, дальше продолжаем осмотр. Heading out. Let us look at that. Ничего здесь вообще полезного. Yes. Так, и у нас здесь. Sure, заходим. We'll get there. Так, здесь, ну-ка, что у нас, ближайший штабель. I hope there is some protein powder in так, here. О, 11, да, с запчастями у нас, конечно, проблемы, израсходовали кучу. И нашли мы еще линзу. Так, линзы нам нужны для модернизации оружия. Для прицелов там, для всяких, поэтому эта вещь очень полезная. Забираем. Так, дальше. О, хорошо как. 86 патронов, 762 натовского. Образца это к пулемету. Но пулемет мы отдадим, поэтому патроны мы себе забираем. О, у нас почти 100. Значит, если еще один пулемет нароем, то у нас будет, считай, лента на заправку. Так, это мы разбираем, ГВР. Ну-ка, пулемет как выглядит? Посмотреть. Вот он, красавец. Ну тут, по идее, сколько? 75 должно быть, не 100. Благодаря невероятному темпу стрельбы МГ-42 позволяет максимально эффективно вести огонь на подавление. Дедушка старый, но дедушка немец. Так, пулемет мы нашли. Так, последнее. Вот здесь что-то есть еще. How can I assist? О. Двустволка еще одна. Ну, двустволку мы сразу тоже разбираем на запчасти. Это нам точно не понадобится. И мы нашли еще 27 патрон картечный. В принципе, анаболик... о, кстати, мы уровень подняли. Анаболик меня порадовал. Порадовал. Так, перезарядись, кстати. Порадовал. То есть, неплохо он ее применяет. То есть, с удлиненным стволом, мощностью... Блин, возросла такое впечатление раза в 3 сразу. Так, ну и патронов у нас к нему много. Все, мы здесь с вами все осмотрели. Теперь yeah. идем на выход отсюда. With certainty. Да. Ну и Амрин зря переживал, там клаустрофобия, все дела. Нет, все нормально, справился. Да, да, выходим. Ну, интересная локация, мне вот вообще хорошо зашло. Так, а вот друзья этого не вернутся, случайно? No need to rush. А, анаболику, да, сейчас мы анаболику поднимем навык. We're going, right? Ну-ка, дружище. А. Что у тебя там прилетело? Так, а прилетело у нас, прокачал он себе механику и интеллект прокачал. С ума сойти. Так, значит, у него получается здоровье и сила. По здоровью. Сила воли при атаке ближнего боя. Бесплатное положение ложись. И 20% урона от взрывчатки. Так, и максимальный запас очков здоровья. Ему проворность бы поднять. Сила, значит, управление отдачей, зачистка местности, гранаты, выстрел из дробовика дает свободное перемещение. Последняя серия дополнительно 49% урона. Последовательные атаки ближнего боя в один и тот же ход. Ну, ближний бой непонятно, это рукопашка, видимо. Зачистка местности, бросок гранаты, выстрел из дробовика дает свободное перемещение. Блин, у него проблема вообще с перемещением, в принципе, как таковая. Здоровья-то у него вроде хватает. Вот положение лежа тоже, в принципе, полезно, да? То есть у него какая-то экономия по очкам. Но если он стреляет из дробовика, и это будет профильное его оружие, то есть выстрел из дробовика дает, типа, свободное перемещение. Как это действует, я понятия не имею.
Давайте попробуем на его примере, чтобы я хоть знал. Так. Может, чуть-чуть будет поманевреннее. Так, а мы перевязали. Мы перевязали. Можно закрыть. Так, все. Мы здесь с вами все сделали, по идее, да? Да, все сделали. Теперь обратите внимание, оружие и боеприпасы из бункера не попадут в форт. И бандиты Бастиена больше не будут помогать своим дружкам из легиона. То есть задача с фортом у нас с вами немножко упрощается. Там у нас Пьер с двумя, видимо, совсем приближенными чуваками. И гарнизон легиона в составе... в составе, получается, 6 человек. Так. Немножко мы тут это... подлечиться, наверное, надо. Поэтому я предлагаю сейчас вернуться, отдать пулемет. Кстати, сколько времени все у нас заняло? Час 20... Так, ну время еще вроде у нас с вами есть. Сейчас возвращаемся в деревню, отдаем пулемет, сдаем этот квест. Надеюсь, нам что-то за это дадут хорошее. Не-не-не, куда? Не-не-не-не, сюда. Let's go. Да. Long walk over, главный. О, опять. Долго. Блин, дружище, нам впереди пахать там такие... пешие марши отмахивать, а ты тут... Так, у нас приближается уже первая выплата денег, кстати, по контрактам. Так, у нас, по-моему, что-то пришло, да, по электронке какая-то фигня. О, 3 целых. Базиль. Привет, команда, спешу с дядиного компа. В городе беда, дядя опять дерется с Люком. Похоже, в этот раз будет кровь. Не люблю, когда они дерутся. Возвращайтесь, наведите порядок. Билли из Эрни. Билли там... А, Билли. Это там какой-то... парнишка, мы его просто встретили, и он нам что-то там говорил такое. Так, скучаете в одиночестве? Здравствуйте, сэр, скучаете в одиночестве? В нашем районе есть более 30 незамужних женщин, которые были бы рады познакомиться с вами поближе. Вот некоторые из них. ДД, 19 лет, юная леди с поистине взрывным темпераментом, интересы прогулки по пляжу и детонат. А, Диди, это. КГ, 42 года, точно знает, чего хочет, легко увлекается, испытывает слабость к властным мужчинам. Ты 22 года, молодая, дьявольски привлекательная, вскружившая голову многим, обожает плохих мальчиков. Хотите познакомиться, отправьте ответ на это письмо с указанием номера своей банковской карты, и мы с удовольствием вышлем вам координаты этих и многих других красот. Секретный пароль, да, типа. Ну и последнее. А, про серьезное ранение. Мы обратили внимание, что некоторые из ваших наемников получили серьезное ранение. Вам известно о том, что во время боя следует использовать укрытие. Старайтесь всех беречь, это, ну, это понятно. Так. Все прочитали, да? Дальше. Что-то у нас там еще было по заметкам. А, так, помощь деревне. Вы нашли пулемет, о котором просил Базиль из деревни. Нашли, сейчас несем назад его. Так, и пропавший Герман. Деревня Эрни, в деревне что-то происходит. И Бастиен. А, значит, вы обвели вокруг пальца семью Бастиена и натравили их на него. Но они убежали куда-то. Так, ну да, мы вернулись в сектор. Так, сколько время-то у нас? Блин, ночь на дворе. Так, ночь на дворе. Давайте сейчас мы там быстренько с собой займемся. Может, там воевать опять придется. Поэтому мы сейчас раны обработаем. Так, вдвоем быстрее, наверное, будет, правильно? Так. Да, у меня очень тяжело. Блин, офигеть. Вот такие цены. Сорок пять очков займет из 216. Давайте, у нас просто сейчас на первом этапе время, деньги, как говорится. Поэтому, ладно, не будем. Черт, ну вот это вот. Ладно, хорошо. Один раз сделаем. Так, и... А, целый день на это идет у нас. Ну и на боли с Амрином отдохну тогда. Поехали. I have gratitude for medical так, Барри, assistance. Здесь Барри молодец. Так, восстановил, да? Заканчивает отдыхать. Ну и все, сейчас эти восстановятся и все. Done. That готово. Was kind of easier than I thought it would be. Все, отлично. Теперь давайте смотрим, что тут у нас в секторе. День.
Ночь опять, блин, ясная погода. Ну да, сутки прошли, ночь. Ну, ночь такая здесь, в принципе, специфическая. Все видно. Где мы? Так, что у нас тут происходит? Heading out. Так, ну, вроде пальбы нет. Come on. Take a look at this. Так, граждане, что происходит? Вешать не нужно Люка, его сына, труса. На что нам легион, когда мы и так друг друга убиваем? Куда вешать хотят? Люк получил по заслугам, подверг опасности всех нас. Не входите, Diamond Red, местный бригадир, настоящий вампир, точно вам говорю, он сосет кровь из людей. Diamond Red, так, что там такое? Какое то, что? Вы пришли спасать эти нелепые команды со смерть, да? Об этом все уже знают. Так, короче, здесь какой-то кипиш происходит. Why did it have to come Черт to возьми, this? Люк, это было обязательно? Что происходит, эй? Я знаю про ваше секретное задание, эти наемники смерти слишком много знают, вы пришли их ликвидировать, понимаю, вы будете все отрицать. Вы ищете майора, слушайте внимательно, он строил базу на болотах, называется Камди Крокодиль. Только я вам это не говорил. Ну вот, видите, и нам информация идет потоком. Люк предал своего друга Тенхея, мародер убили его, а кто их вожак? Пьер, сынок Люка. Я тут кое-что нашел на трупе боевика, вы, наверное, бы сказать забыли что-то того. Вот жена велела, чтобы передать. Опа, 38 патронов, 762, 35 запчастей и фомку. Охренеть, вот это вот как полезно разговаривать. Я считаю, Люк пример для подражания всем жителям Эрни, вот только сын его. Базиль, Люк и Тенхей, это они все здесь организовали. До чего мы докатились? Один собирается повесить другого за то, что тот предал третьего. Жуткие времена. Не знаю, что и думать. Люк любит своего сына, но не думал, что все зайдет так далеко. Вы уж простите нас за легионы, что поделать. Коли страна зовется Большой Пес, так блоки на ней будут немаленькие, верно? Так, ну-ка. Я презираю слабаков, которые позволяют себя похитить, уважаю только тех, которые сами друг друга похищают. Дружище, мы не в Сомали. Так, давайте, короче, тут что-то кого-то вешать собрались, блин. Давайте мы сейчас, Марта, Герман. Марта. Спасибо, что вырвали моего Германа из грязных лап. Так, погоди, только разговаривать я буду. Герман. Пожалуйста, не говорите, ему валяю. Так, ну-ка давай-ка. Базиль, черт возьми, что здесь происходит? Friend, ты был моим другом, Люк, и другом Тенхея. В том, что случилось, виноват ты. Я вижу, Базиль, ты уже принял решение. Мои слова ничего не изменят. Твой долбанный Пьер превратился в чудовище. А ты все еще считаешь его беззащитным мальчиком. А теперь из-за него погиб Тенхей. Ты прав, Базиль, я плохой отец и плохой друг. Я должен был научить сына. Это все, что ты хочешь сказать? Это уже не твой Пьер, это жестокий бандит. Тенхей был нашим другом, а теперь он мертв, а Пьер разгуливает на свободе. Именно из-за этого ты и стоишь тут с петлей на шее. Чего уставились, наемники? Это наше внутреннее дело, вас оно не касается. Так, что, черт возьми, происходит, я спросил. Тенхей, Люк и я, мы были лучшими друзьями. Мы основали эту деревню, а теперь Тенхей мертв из-за Люка. Тенхей ненавидел бандитов из Легиона. Он пытался пристрелить одного из людей Пьера, когда они шатались по деревне, но промахнулся. А Люк готов на любую подлость ради своего проклятого сыночка. Он рассказал им, кто стрелял, и даже не стал это отрицать. Так, ну и здесь у нас получается ситуация морального выбора. Значит, это не наше дело, мы типа говорим, вы разбираетесь сами же с собой. И это был Герман, а мы знаем, что это действительно как бы сдал Герман. Ну вот, то есть это мы типа... Ну это Герман, наверное, повесит сейчас тогда. Но как бы исходим... Если Германа не выставляет, не говорит, что это он, то он нам что-то даст за это, правильно? Вот, а если мы проходим, наверное,
сделаем так, чтобы все-таки истина восторжествовала, потому что это очень важный для нас регион. Это дальше где-то мы там можем что-то там кому-то лапшу на уши вешать, да? А здесь мы заинтересованы в том, чтобы все максимально было лояльно к нам. Поэтому, наверное, будет лучше установить истину. Это был Герман. Что-что? Герман? Герман, это правда? О, толпа типа такая сразу. Я не обязан объясняться перед тобой. Вот что-то неправильно сказал сейчас. Что? Герман, как это понимать? Я сделал это ради тебя, милая. Кто ныл, что я здесь осточертела? Кто мне всю плешь провел с этим переездом в Арулько? Пляжи, тишина и покой. А ведь на это, знаешь ли, деньги нужны. Блин, она нам что-то другое там свистела. Ты идиот! Зачем? Первый раз в жизни решил меня послушать и тут же сделал глупость. Базиль, пощади его, он не знал, что они убьют Тинхея. Please, let him live. He couldn't have known they'd kill Tinhei. Shut up, Martha. Заткнись, Марта, люди. Хватайте, ублюдка. Нет, пожалуйста. Look. Прости меня, Люк. Теперь я вижу, что ты защищал вовсе не Пьера. Базиль, Герман просто дурак. А я дурак, который воспитал негодного сына. И дважды дурак, потому что по-прежнему его люблю. Но сейчас в дураках оказался и ты, верно? Может быть, все дураки заслуживают второго шанса? Maybe all fools deserve a second chance. Не убивайте Германа, Герман заслужил виселицу. Ну, как бы, я думаю, мы тут проявим все-таки благородство, как мне кажется. Давайте не убивайте Германа. Это может иметь крупные последствия. Интересно, потом, если вот второй раз проходить, типа наоборот, все выбирать все такие варианты. Не убивайте Германа. Вам всем что? Крови мало. Right. Ладно, enough хватит. Герман, enough. Можешь идти, но чтобы я духу твоего здесь больше не видел. Но. Милый, заткнись, пока он не передумал, или я сама тебя вздерну. Иди, можешь помочь собирать вещи. Ну и мы с вами еще 5 пунктов лояльности подняли. Так, ну-ка, погоди. Куда все разбрелись? Люк, стой, Люк. Я так рад, что вы убедили Базилия не вешать Германа. Если бы вы подняли руку на своего, деревня уже никогда не стала бы прежней. Все, да. Farewell. Так. У Герман... О, Герман здесь остался. Что ж, я усвоил урок, нельзя доверять мародерам. Вот это за мое спасение. Я кое-что скопил, чтобы мы с Мартой могли свалить отсюда как можно быстрее. Получены предметы. Выстрел газового миномета, поршни и цилиндры, 8 медикаментов, сумка с франками, противосколочные поножи. И плюс опыт мы подняли. Так, значит, что получается? Так. Теперь мы с вами... К Базилию, наверное, пойдем, да? Я смотрю, у вас есть пулемет. Надеюсь, вы оставите его здесь. Он бы нам очень пригодился для защиты от легиона. Пулемет теперь ваш, либо нет, ребята. Пулемета я вам не дам. Но вот видите, локализаторы тоже умеют в юмор хороший. Я бы, конечно, пулемет бы зажалил. Но, опять же, проблема патронов. Жрет сильно. Вот. Ну и пока объективно на первом этапе пулемет не сильно нужен. Поэтому пулемет мы все-таки отдаем и закрываем квест. Отдаем пулемет. Эх, хороша косилка. Немного смазки, новая станина, никакой легион нам будет не страшен. Красота. Пулемет оружие обороны, не нападение. Он нам не нужен. Мы собираемся нападать наоборот. В общем, отдали пулемет. Так, транспорт нам пока явно не понадобится. Goodbye, my friends. Прощайте, друзья. В смысле, прощайте? Какой прощайте? In the end, все-таки я рад, что в итоге петля не понадобилась. Но я оставлю ее висеть, как напоминание о том, что мы чуть не натворили, короче. Au revoir. Так, я там не посмотрел, что нам дали. Давайте посмотрим. Так, еще одну фомку. Блин, что-то фомок у нас уже капец сколько. Так, Игорь, на тебе еще одну. Разобрать ее. А, можно разобрать ее, в принципе. Потому что у нас 5 уже. 5 уже фомок.
Так, ладно, пока оставим. Но ножи. Эмди, отдай свои ножи Игорю, а то все-таки что-то, я думаю, как-то ему это сподручнее будет. Блин, почему слот-то закрыт, я не пойму. Так, значит, что нам дали-то? Дали. А, вот, наверное, да. Поршни и цилиндры повышает навык механика. Блин, я, конечно, жду, что мы фазу себе закажем сюда. Может быть, имеет смысл тогда подержать их. А с другой стороны, пока модификация будет. Хотя бы до 80 там наберем, допустим. Давайте читать. Yes! New personal best. Check out this flex. Так, и штаны противоосколочные. Значит, у меня есть. Так, Эмди бы неплохо, наверное. А, ну тут у всех нету. Игорек у нас больше полезет. Поэтому Игорек, на тебе. Кажется, у дяди такие же еще в Афгане были. Великий наемник Игорь заслуживает большего. Так, сумка с франками. Что-то нельзя продать, нельзя. Короче, сумка с франками. Непонятный ее статус. Оставляем пока у себя. А, вот, гранаты. Гади, липкие гранаты. А, блин, это то, что у Барри, короче. Это мы Барри возвращаем. Во-во-во, точно. Так. Липкие гранаты, да. Держи это у себя, пусть будет. Значит, что еще? Газовую гранату дали. Вызывает удушье. Выстрелы, совершенные сквозь облака газа, дают незначительное попадание почти бесшумно. Ну, да, минометы здесь появятся. Когда появятся, правда, непонятно. Ну, в смысле, когда по мне палить, я знаю, когда начнут. А когда у нас миномет появится, это вот непонятно абсолютно. Так. Значит, что у нас там дали еще? 12-й калибр с солью, 5 патронов. Так, это матчиваем. Обычные 9-миллиметровки, натовские. Так, ну, вроде мы обеспечены плюс-минус. Значит, смотрим, что у нас с вами по квестам получается. Итак, смотрим. Нейтрализация майора. Слух. Майор находится в лагере Кам-Дю-Крокодиль. Ну, это слухи. Туда, да, туда, блин. Туда нам не попасть пока. Дальше. Здесь у нас Форт Лебле, и в саванне еще появился пункт Diamond Red. Красный бриллиант. На прииске свирепствует особо жесткий надсмотрщик Граф. А2 это у нас вот здесь. Так, ну а мы с вами, соответственно, сейчас попытаемся... Ну, как было написано в названии, взять приступом Форт Лебле. Да. Если сделаем, то будем красавцы вообще. Так, мы вроде все готовы, все в неплохой форме, все здоровы. Так, давайте сначала сюда переместимся. 2 часа 4 минуты. I have reached the destination now. 0:15. А здесь, если идти, сколько мы будем? По джунглям 4 часа 8 минут. Время прибытия 5:33. Ну, это уже утро, наверное, будет. Не, давайте, наверное, сейчас немножко. До 3 ночи, в 3 ночи выступим. О, уже 4. Быстро тут время идет. Все, давайте атакуем форт. Так. Да, поутру атакуем. Пошли. Итак, значит, нас шестеро. Оборона противника подорвана, пора атаковать. Нас шестеро, против нас 9 человек. Гарнизон легиона и Пьер с двумя подручными. Ну, давайте попробуем, что из этого выйдет. Так, Пьеру, может быть, что-то известно о майоре. Ну и да, боевики из аванпоста легиона угрожают близлежащей деревеньке. Погода ясная, разведданные у нас имеются. Итак, что мы с вами имеем? Западный подступ мы здесь, либо тайный вход. Тайный вход у нас с вами здесь. Так, минное поле.
Значит, мы имеем информацию, что здесь у нас минное поле находится. Так, слабое место в заборе, которое можно прорезать, да? Это если отсюда идти. То есть, если развертываемся отсюда, то заходим, короче, перерезаем проволоку, можно на территории с вами будем здесь. Так, нет часового на вышке. Заход сбоку. Так, заход сбоку, это типа мы можем, если красться вот так вот цепочкой, да, и зайти вот отсюда. Так, дальше, слабое место в заборе еще одно есть, сундук. Ну, сундук мы видели. Черный ход. И враги. Так, враги типа дислоцируют. О, мы уже, кстати, одного видим. Блин, с гранатометом стоит. Итак. Итак. Значит, у нас два варианта. Значит, первый заходим отсюда. И уже прямо вот под одного. Ну, тревога, то есть, поднимается, скорее всего, тут же. Значит, чем хорошо, у нас здесь есть здание. Здание трехэтажное. То есть, по идее, наверху даже Амрына можно посадить, и он, в принципе, отсюда может даже работать. Так. Угу. То есть, заходим, если отсюда, нужно пересечь это пространство, войти в здание, подняться наверх, посадить там Амрына. И при этом, чтобы нас никто не увидел. Второй заход отсюда. И можно просочиться через вот эту дырку в заборе сюда выйти. И сюда. Слабое место в заборе. Так, ну давайте, короче, пытаться что-то сделать. Ну, соответственно, попытаемся сделать так. Амрын хе, главный. Амрын. А на две нельзя, да? То есть все вместе? Блин. Я, кстати, никогда не пробовал, можно ли группу разорвать на две части. Так. Ну-ка, сейчас пробуем. Ну-ка, Амрына можно сюда поставить, не? А, можно, делится. Значит, да, я этого просто не пробовал. Так, Амрын отсюда пойдет. И с ним... А? Анаболик. То есть Амрын пойдет наверх. Амрын, соответственно, будет его прикрывать. Так, дальше. Дальше. Если здесь враги... Так, стоять. А по инвентарю что у нас там? Барри, у тебя... Да е-мое. Кусачки. Нам кусачки нужны будут. Так, погоди, делаем так тогда. Сейчас должно быть доступно. Так, анаболик, отдавай кусачки. Так, и Барри мы тогда назад, короче. Сюда. Так, слабое место в заборе, в смысле резать надо, да, наверное, да. Так, тогда Барри у нас с вами будет здесь. С Барри пойдет у нас Игорь. Игорь Долфич, ready? Нет, я пойду. Yes? Я пойду. Так, я пойду. И тогда у нас с вами остается Игорь. Ready for action. И с Игорем у нас пойдет тогда Энди. Майкл here. Ну, как-то так. Давайте попробуем. Так, сохранение есть у нас тут? Да. Поехали. Shit! There's an enemy over there! I was never good at hide and seek.
А? Сейчас будем смотреть. Be quiet now. Not even. Орудие, блин, стрельнул. Так, орудие у них тут. А, ну это старинный форт. Тут локацию не посмотрели. Да, старинный форт. Артиллерийское орудие. КПП. Новости. Так, значит, сундуки смотрим потом, в последнюю очередь, значит, Be quiet now. Только давай-ка, наверное, ты, Амрин, вперед иди. И вообще с ножом. Так, готово? А мы сейчас тогда здесь посмотрим. Так, вообще лежа, наверное. Ползем. Moving. Так, задача. I have spotted a thing. Блин, Пьер впереди стоит прямо. Investigate. Going. Ползем. Still undetected. Это все потом. Так, Барри, к забору. Ну и я тоже туда же. Okay. Так, а здесь у нас, наверное, не знаю, получится переползти или нет, но вот за бревно да. Дальше кусты. Тут я хрен его знает. I will try to remain hidden. I move in hiding. Ну, они последними будут. Так, Барри, режь проволоку. Still undetected. Так, прорезали. What? Ну, по идее, мы на территории. Quiet. У Барри интеллект повысился. Moving. Так, да, видим двоих боевиков. In my Трое. I will try to become hard to see. Так. Ну, нас вроде не видит. Так, если что, сектор держим. Так, Амрин. Желательно бы вам побыстрее. Так, здесь стоит, прямо сюда пялится. Блин, они никуда не уходят. Так, здесь что мы имеем с вами? Попробуй сюда. Так, двое. Trying to be quiet. Так, если получится. Если у Эмди получится, значит получится. I move in hiding. Так, дальше кусты. Trying to be quiet. Пробуем. Hold your fire. Блин. These are the mercenary dogs that threaten my country. Let them come closer. Чё? Не стрелять, наемные псы, угрожающие моей стране, подпусти поближе, я с ними хочу поговорить. Блин, хрена себе. Ну, во-первых, мы спалились с этими подкрадываниями. Так, черт возьми, я что-то даже в замешательстве. Так, ну, во-первых, нас теперь спалили, поэтому давайте возьмем на прицелы хотя бы. Так, если что, говорить буду я. Not even elk will see. Так, погоди, пока пальба начнется, может мы сможем? Ну, блин, я не знаю, давайте я сохранюсь на всякий случай. Тихо, главный. Омрин хант нау. Подготовка к нейтрализации. Отметьте цель, чтобы атаковать в рукопашной, когда приблизится на расстояние удара. Так. А, вот, блин, вот же туда можно. Все, можем сейчас сделать. Сейчас, погоди, кто там орёт. Тебе показалось. Потом, металлолом. Да блин! Зайди в маскировку.
I go. Тихо, главный. Омрин хан нау. Так, бомбу пока не трогай. Я, come on. Так. Ну, короче, тупо, да, но это сработало. Elk will see Omrin. Be quiet now. Блин, так. Значит, по результатам А интересно, а можно ситуацию разрулить, чтобы они там взяли, погрузились в лодочки и уехали, типа? Или такой опции для нас нет. Так, значит, что у нас получается? У нас получается лестница вот сюда есть. Давай, Омрин сюда. Так, теперь можно, в принципе. Тихо, главный. Вот так сделать. Омрин хан нау. Залезай. I will fall on them like a tree in the forest. Так, главное, чтобы наверху никого не было. Так, Омрин, тихо. Not even elk will see Omrin. Так, ну, что мы видим? Так. Так, а значит там анаболик. But I don't see how they won't spot my magnificent physique. There is something unknowable here. Так, проверь, кстати, вот здесь что. Так, главное, чтобы там никого не было. Дверь за собой закрой. Тихо, тихо, не шуми так. Все, так, ты здесь находись. Так, ну, короче, так. Для этого встать, наверное, надо будет. Так, Омрин. I'm awake, главный, but hungry. Так, ты что-нибудь отсюда... Ох ты, ё-моё. А, ну да, стоя надо встать. И тогда ты, в принципе, будешь просматривать вот это место. Еще раз. Так, ну и, короче, Барри. Готовь, наверное, гранату вот свою, эту самую, знаменитую. Так, погоди, там что-то мини-контроль надо. Так, где они есть у тебя? Давай. Так. Ну, а я пойду сейчас, я не знаю, yes? Что там. Попробую поговорить. Okay. Не знаю, что это даст нам. У меня такого не было. Ну, то есть, Пьер там на разговор... Никакие разговоры. Но я их и заходил-то с другой стороны. Так, ладно, давай, вставай, короче. Если он поговорить хочет. Может быть, миром действительно обойдемся, а? Will do. Ну давай поговорим с тобой. Going. У меня тут 30 снайперов. Все тебя контролируют. So you are all mercenaries. Значит, президентских денег хватило только на вас? Ха, и у вас достаточно наглости, чтобы прийти ко мне в мою крепость? Что ж, ну, короче, причиндал у вас есть, этого не отнять. И что ты этот предлагаешь? А еще у меня есть мускулы, много мускулов. Анаболик, заткнись. Мне хочется убить вас прямо здесь, но на первый раз пощажу. Почему не вашего ума дело? Бегите отсюда, пока ноги целы. И никогда не возвращайтесь. Ты нам угрожаешь? И чё? Легионеры, attention! Any trespassers are to be shot on sight. Твою мать, надо было... Как вы гады, а? Ха-ха-ха-ха!
Certainly. Капец, блин. Так. Так, ну теперь я даже не знаю, чего получается. Так, они у нас здесь, да? Блин. Так, проверяем. Значит, я... Я здесь нахожусь. Так, Эмди. Ну, Эмди не актуально тут далеко торчать. Давай, подползай сюда. Игорёк, тоже слишком далеко будешь. Так, отсюда мы не сможем, потому что там у нас нет этих самых... Кусачек, чтобы там пройти. Блин. А, вот так это работает. Ох, вы гады. Так, это был Амрин. Амрин одного сделал. Так, ну я вообще думал, что как бы инициатива боя будет, но... Так, Амрин, аккуратней. This is a bad place to be right now. Так, ну и что мы с вами имеем? Имеем мы с вами невыгодную вообще ни хрена ситуацию. Так, я вообще сейчас на прицеле у этого чувака. I will try to remain hidden. Так, MD с MP40 ничего не сделает в этой ситуации. Ну, только на себя внимание, если привлечет, он до сюда добежит. О, попал. Блин, ни хрена себе! Ну ты мол... Блин, чувак, ты крут. Из МП-40-го набегу. Красавец просто. У меня слов нет. Так, Игорёшка, ты мне очень, очень сильно нужен. И давай быстрее вот сюда перебегай. А, блин! Чёрт. Блин, надо было поднять. Так, я тогда... А, понятно, у меня ходы сделаны. Так, у Амрина. Давай попытайся, Амрин, повторить свой подвиг. Ты красавчик, вообще молодец. А, погоди-ка, а бочка, если по бочке пальну, что будет? Вот это, да, бочка? Вот эта бочка или какая бочка? Не, погоди. Бочка. Must make good shot to get rations. 100% стреляй. Бум! Что-то как-то... Что-то как-то так. Ну, укройся, короче, потому что они в ответ сейчас полибут. Так, анаболик, вставай. А, у тебя тоже, да, все понятно. Так, меня интересует... Ну, гранат ты в этом состоянии не докинешь. Ни хрен. А, не, докинешь. Докинешь и трои... Блин, давай кидай, наверное. Четырех. Блин, сейчас будет мега-граната. Пошла. Пошла. О, блин! Охренеть, блин, троих! Охренеть, блин, красавец. Троих сделал с одним броском. Вообще монстр. Ну, я говорю, Барри, это капец. Я, когда этот вот сюда... Ну, я, во-первых, ночью полез, и, во-вторых, я лез вот отсюда всей толпой, вот с этой лесенки. То есть через дом, короче, выходили вот оттуда. И очень долго, короче, вот здесь вот ситуация была. Как раз снайпер не наверху был, а он где-то здесь бегал. И мы, короче, никак не могли его прижучить, типа, потому что он туда-туда перебегал. А здесь, блин, ну, во-первых, при свете дня, и во-вторых, все по-другому. Ну, красиво. Так. Сколько осталось-то? Попал. Мимо. Так, сейчас они нам... Ой, блин! Ой, блин! Так, этот гад... жалко, побежал. Не успел его на болик принять. Ready. Так, ну, тем не менее, ход наш. Сейчас меня интересует главным образом Амрин. Амрин here, главный. Кого-то наблюдает или нет? Ну-ка, поднимем, подъем. Подъем. Так, видит он у нас... Троих. Так, это у нас Пьер. Это сам Пьер. Но Пьера мы там что-то это просили нам сильно не убивать, поэтому я предлагаю вот этого гада снять, тем более у него гранатомет при себе. Давайте, с вероятностью 71%.
This is what happens when you are not properly pumped. Да. И хрена лысого. Не попал. Прячься. Так, а ты? Любитель отпускать острые комментарии. Ты дотянешься, нет? А, блин, вне прямой видимости. Да, вероятность 0. И сюда он вряд ли побежит, поэтому... Поэтому, давай-ка, наверное, так, заходи в здание, через здание вниз тогда пойдешь. Я думаю, что вряд ли они к нам сюда побегут. Так, значит, дальше. Барри герой этого дня. Вне всяких сомнений. Так, эти здесь. Ну-ка, если сюда метнуться. Yes. Так, засесть здесь. И отсюда законтролить. Вот I will shoot at enemy when available. Так, Игорёк. Ну, блин, Игорёк, давай перебежками. Она. Давай сюда. Нет, стоп. Один здесь. Один... А, вот этого гада надо снять. No problem. Сюда. Ложись. Контроль. Ready. Молодец. Так, Эмди. Ну, Эмди вообще меня убил просто. Потрясающе. Молоток вообще, красавец. Так, значит, где у нас тут позиция? Давай сюда. Так, этот у нас... А, телохранитель. Вот это, наверное, опасный чувак. Попробуем его перехватить. Так, а я тут из-за шлагбаума хрен вижу, да? Типа, давай смещись сюда. Ready to shoot. Так, торс 62%. Стреляем одиночными. Огонь. Четко. Прописал гаду. Укройся. Все, смотрим, что они нам теперь противопоставят. Так, вот этого я не предусмотрел. Бэтпен. Да опять меня. Так, двое к нам бегут. Так, Игорь. Энди. Меткость. Единица. Так, ответил. И Игорь его срубил. Красиво. Так, этого гада сняли. Теперь вот этот и двое сюда к нам еще приближаются. Так, ну-ка смотрим. Дайте их далеко. You have order? Так, этот у нас что там тоже. What? Так, а граната его не достану, нет? Как-то она мудрёна. Залетит она сюда, не? Попробуй. Пошла. Да! Влетела. Так. Смещайся сюда и, наверное... Опа, ложись, потому что он даже в укрытом состоянии все равно цепляет. Так, значит, что мы дальше делаем? Так, дальше... Майкл here. Дальше. Держи этого на прицеле. Тут пока мы не мы его взять не можем, ни он, соответственно, нас не может взять. Так, эти далеко вроде как. Игорь, ну-ка, а этого ты как? I have good shot of enemy. Торс 58, голова 18. Давай попробуй. Мимо. Тогда держи его на сопровождение. Так, Барри. Тут к тебе, судя по всему, вот один может направляться запросто, поэтому... Блин, будь внимателен. Может даже сюда забежать вообще. Давай-ка на... ложись и держи, короче, вот так вот. Да, если он появится, то... Так, ну и, соответственно, анаболик у нас бежит вниз по лестнице. Проворность вкачалась, супер. Так, и сюда. И остается у нас Амрин, наша надежда. Надежда и опора. Так, ну-ка этого гада. Достанешь, нет? Так, статус бронебойные. 85%.
А, есть, молодец, сложил. Красавец. Так, одним у нас получается меньше, остается Пьер. Пьера, короче, пока, не знаю, не трогаем, что ли, или как его там. Ну, по крайней мере, не из винтовки, да, долбим. Так, остается вот это точно. Этого сняли. Все, переход. That was a mistake. Now we will kill you all. Ну, попал. Вот теперь МД не сработал. Так, ушел в сторону. И тут его Игорь достал. Так, Пьер. О, Игорь, меткость. Hello. Так, ну что, Пьер, ты, походу... Сдавайся, у тебя шансов нет. У тебя сейчас Барри даже, по-моему, это... Так, Барри, давай, подъем. Да. Сейчас мы тебя ага, он в бронике. Давай, по рукам, гаду. Мимо. Тогда контроль. You have order? Сдавайся, сдавайся. Так, Игорь. No problem. Сюда. Так. Здесь бочка. Давай сюда. Молоток. I'm away, главный, but hungry. Так. А, перезарядка. Перезарядка. I should be working out. Анаболик бежит у нас. Только давай-ка это. Вдруг кого-то мы еще забыли. Get down! Чтобы не влететь, как говорится. Так, Эмди. Эмди сюда. Sure. Так, и я. Yes. Сюда. Going right now. Сдавайся, шансов нет, короче. Игорь Долфович, ready? Yes? Все, ну-ка, посмотрим, что он, если он один остался. Эх, никто не попал. Ай, блин, бежит. Попал. Ух, блин. В ответ прямо-таки. Hello. Прилетело четко. А, блин, пробился щит. Так, ну что, Барри. Барри его может, в принципе, снять легко достаточно. Давайте мы сначала попробуем своими силами. Если нет, то Барри. Так, сюда. Ready to shoot. Давай уже все максимум туда. Да ёп! Иногда лучше пить, чем стрелять, Долвич младший. Майкл here. Да, блин, сказал так сказал. Так. Ну давай попробуем. Попал. Блин, черт возьми. Энди, ты меня прям не устаешь поражать. Так, анаболик. О, блин, дождались. Анаболик 11 очков стал. Обалдеть. Так, давай сюда. Короче, кучу всего находит. Yes. Остаюсь, по сути, я. Так. Going right now. Ну и получается у нас Барри. Ну бери его уже, чё, теперь. Теперь у нас как бы это. Сейчас Барри может... Так, 5 очков осталось. Ложись. Падай. I'm away, главный, but hungry. Амрын, ты его видишь, нет? Нет, не видишь. Нет, вообще не предел досягаемости. Черт, сейчас огребет Барри у нас. Блин, Гад! На жопу. Ох ты твой. With very many wounds. Мать,
Гад. Now we have to work. Мачете сделал. Так, ну давай-ка. Ready to, do stuff. МД, давай, пытайся, бежим на помощь. Да не в того. Ёлки-палки. Игорёк. Игорёк, какие варианты? Собака, а, угад. По рукам, так, торс. Да ёлки ты свет, что такое? Девятка. Yes? Так, а у меня... Aiming. Два выстрела могу сделать. Десятка. That was a freak. Блин, вот тупой гад-то какой крепкий оказался, а, слушай. I should be working out. Анаболик очень далеко. Амрин тут даже если при всем желании. Да, главный. Короче, Барри, вся надежда у тебя на себя, в общем. Он у тебя на контроле, если сейчас дернется, то вали его нахер. No! Нет, не может быть, я сдаюсь. I... Твою ж налево. How can I assist? Так. I am wondering. А, все, сдается. If there is, you will not win. No? What if I took your special? Навыки никому не подняли. What if I took your face away from your face? Ну, сделали. Сделали, друзья, мы это дело. Барри, ну ты, блин, молодец, живой. 34. Все, больше никому там не требуется вроде. Фух. Красиво получилось. Не, молодцы, выступили все неплохо. Так, с ним мы сейчас поговорим в конце. Так, значит... Мне нужен будет Энди. Так. Амрин, сторожи этого гада. Вот, бери свой кошмарный нож. Да, главный. Вот, и наблюдай, если что, прирежешь его нафиг. Так, ну а мы дружной гурьбой идем сейчас по окрестностям собирать трофеи. Итак, значит, что у нас с вами имеется? Так. Removing? Здесь мина, по-моему, должна Removing. Быть. Начнем отсюда. Heading out. Так, Барри. Барри, ты вперед. Hello. Moving toward destination. Аккуратно. I will go presently. Moving, as of this moment. I am in movement. Не понял. I will do. Так, я сохраню что-то. А, вот есть, нашел. With certainty, I have located explosive device. Perhaps I dismantle. We have agreement. Yes, caution. There is a trap here. Multiple question. Блин, затаив дыхание. Что ж это плотно минирование, блин? Стой. А у меня подрывался он. Здесь.
moving toward destination. I will go presently. Ну, вообще, молоток. Moving, as of this moment. Я сейчас с ужасом смотрел на это дело. I am in movement. Красавец. Так, ну, короче, сколько мы там наковыряли запчастей-то в результате? Благодаря этому. 114. О, неплохо. I will do. Так, молодец, мы тебе все аплодируем всей грубой. Отлично. Так, ну а теперь идем дальше. Значит, здесь по кустам. Так, трава. Let's move. Для нас тоже все это очень актуально. Of course. Здесь ничего нет. Вот еще трава. Три. Let's go. Еще. Не, анаболик. Ну, анаболик 4. Yes. Я думал, типа, если специалист собирает, то как бы больше дается. А тут как бы хаотично вообще. Ну, главное, короче, заметить. Главное, чтобы заметить. Так. No problem. Здесь ничего нет. Нет. We're going, right? Ну, а можно было здесь вон забор разрезать. Заходить отсюда. Come on! Так, что трава? Так, стоп. Кто, не вижу. Игорь Долфович, ready? Блин. You have order? Ready for action. Так. Ну, резать не будем, то вдруг нам еще оборонять это придется. Заходим на территорию. Так, ну, начинаем давайте с телохранителя Пьера. Итак, о, красота. Значит, мы нашли М14. М14, выглядит она у нас вот таким вот образом. В хорошем состоянии. Возьмите винтовку М1 Гарант, сделайте ее тяжелее, прикрутите возможность автоматической стрельбы, на выходе получите монстров Франкенштейна. По две руки, короткая очередь, автоогонь и так далее. Так, меня интересует сравнение ее с ГВРом. Значит, урон 3.11, 1.36, 24... Дальность 32. Ну, это, конечно, не снайперская винтовка, это марксманская. То есть ее, по идее, вот я могу взять, да, или Игорю дать. Я вот даже не знаю. Ну, давай я пока ее себе его закину. Чем она стреляет-то там у нас? 7.62 НАТО обычными патронами. Так, я пока, наверное, ее это разряжу. Себе ее возьму. Там будет видно. Так, дальше. Нашли 9-миллиметровые дозвуковые патроны. Но у нас глушаков нет. Это для оружия с глушителем. Пока нет. Значит, патронов 46 штук нашли. И вот самое для нас хорошее. Груз с алмазами. Стоимость 12 тысяч. Мы это все, как я сказал, складируем пока у себя. То есть, когда у нас там проблемы будут. What? С наличностью. Тогда будем пускать в дело. Не раньше. Yes, go! Далее, здесь у нас что? Let's go. Здесь у нас еще трава есть. Три. We all go now. Sure, we'll get there. Обожаю вот этот процесс. Так. А что, трупов we порвали все в клочья? Ни от кого ничего не осталось. Давайте сюда. О! Чего нашли-то? Во-первых, мы нашли два осколочно-фугасных выстрела гранатомета. Но самого гранатомета у нас пока нет, поэтому, соответственно, их сюда. И мы нашли ФАМАС. ФАМАС стреляет 5,56 патронами. Пока у нас ни одного нет. Ну, здесь заряжем 25 патронов. Выглядит ФАМАС у нас вот таким образом. Вся утилитарность и эргономичность буллпап дизайна. Конструкторы планировали, что магазины для винтовки будут одноразовые и выбрасываются после использования. Но даже самый лучший план не в состоянии пережить встречи с реальностью. Солдаты начали повторно использовать магазины, что, разумеется, привело к куче разных проблем. Поэтому позже пришлось разрабатывать более прочный магазин. Ну вот.
Пока давать тоже как бы не будем, потому что всего 25 патронов у нас есть к нему, да? То есть магазин отстрелял и как бы все. Сейчас у нас тут начинается такое затоваривание. Так, дальше. Смотрим, что у нас с вами здесь. We're moving. Так, а здесь у нас... I hope there is some protein powder in here. Значит, здесь у нас две гранаты. Давайте я их себе заберу. И патроны 72. Отлично. Отлично. У меня 49 осталось их. У Игоря осталось 32. Давайте, Игорь, забирай. Так. Все здесь нормально. Осмотрели. Going. Yes? Блин. Амрин. На месте. Сейчас вечно стоит на низком старте. Сейчас свалит. Гаденыш. А. Так. Follow Igor. Так, сюда. Здесь у нас что такое? Ну, это металлолом, да. Анаболик, иди. I should be working out. 4 единицы. Так, и здесь. О! Так, линза. 23 элемента запчастей. Так, еще один калашников мы нашли. Таким образом, вот этот мы с вами можем смело разломать. А этот пока при себе оставим. Так, есть. Есть. Дальше сюда. We're going, right? Так, по периметру. Let us look at that. О, есть, нашли. Так, бомбу аккуратнее. Yeah. Какие запчасти там мы в бомбе нашли? Sure, we'll get there. Так, потом у нас где-то у пушки было. Heading out. А, здесь, да, да. Аккуратно. 4. И какой-то вот здесь сундук. Что это такое? Непонятно. О, короче, взрывчатку нашли. Пульт дистанционного управления, С4 и бесконтактный взрыватель. Так, ну, соответственно, сюда. Мы же можем сразу сделать, совместить. Это же не зависит от того, кто будет делать. Ну, Барри делает, да. Сделали. Сделали. Так, имеем теперь один. Так, лишний бесконтактный взрыватель. Надо как-то Барри-то отдать, да? Так, Барри. Так, кусачки отдай анаболику. Забираешь, значит, у нас три теперь бесконтактного С4. Взрывается, когда враг подходит к заряду на близкое расстояние. Это у нас бесконтактный взрыватель 1. И пульт дистанционного управления для подрыва дистанционных зарядов в радиусе действия. Ни разу не пробовал применять. Не понимаю, не знаю, как работает. Так. Фомку тоже. Блин. Что столько их фомок, у меня столько не было. Ладно, идем дальше. Берри Унгер. We move with certainty. Igor Dovich, ready. Так, кого потеряли? How can I assist? Yeah. Болик. Wish I had a chopper. Эмди. Ready. Yeah. Так, все. Теперь давайте в здание посмотрим, что там есть. Yes. Heading out. Let's go. Жалко, здесь не удалось повоевать, но как бы. Но с другой стороны, интереснее получилось, потому что у меня, когда я 100 раз пытался проходить, у меня эта ситуация была по-другому совсем. То есть мы ночью штурмовали, а Пьер потом тоже как бы, да, сдался, но это без разговора, не было никакого разговора вначале, даже опции такой я не видел. То есть мы сразу там бой начали. Так, MD present. Чё здесь в компьютере? Получены разведданные для сектора побережья Саванны. Отлично. Michael here.
Так, теперь первый этаж мы с вами осмотрели. Теперь поднимаемся на второй этаж. Сюда. Of course. Да, и в доме у меня тоже там была небольшая заваруха. Так. MD present. MD сюда. О, $1000. Michael here. Замечательно. We will do. Так, и здесь. What? Сам посмотрю. Ох ты, ёлки-палки. 40 единиц медикаментов. Кстати, и они сразу пойдут на пополнение аптечки МД. Половину, короче, туда ушло. Дальше. Мы нашли с вами экспансивные патроны 7.62 советские. Для, опять же, ну, нулевая бронебойность, высокий шанс критического попадания, вызывает кровотечение. Но это будет у нас под снайперский, под всякий, поэтому тоже закидываем в рюкзак общий. Вот, 30 патронов туда. Дальше, мы нашли кевларовую броню, 40% уменьшение урона. Ну, давайте, опять же, по праву командира я себе это возьму. Так, легкий противосколочный жилет мы отдадим с вами. С броней проблемы, короче, пока. Давайте Игорю эту броняшку, а, соответственно, вот анаболику, наверное. Вот эту. Не, погоди, у тебя здоровье так до хрена. Барри, держи. Так, и мы нашли еще для повышения меткости. Для повышения меткости 82 у меня. Давайте я еще себе прокачаю меткость, опять же. Just got better. Угу. Так, 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 так. Здесь мы с вами все посмотрели. Barry Unger. Посмотрели, посмотрели. Так, этажом выше у нас... А, стоп, 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 стоп. Этажом выше есть что-то. Вон здесь какая-то коморка. Что там вон? Если здесь ничего нет, я поначалу такой думаю, ну здесь же ящики показаны, сейчас в ящиках что-нибудь там интересное будет, а хрен там. Of course. Нет, вообще ничего. Вот, пожалуйста, да, то есть даже автоматы лежат, но не про вашу честь, как говорить. Так, все, мы с вами все, получается, осмотрели. А, стоп, и да, и теперь идем к месту, где Пьер находится. Стоп! Стоп, 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 стоп. How can I assist? Погоди, что я вижу. Давай, Барри, поднимись на вышку. Так, остальные туда. Блин, зря я Барри туда послал. Барри здесь нужен будет. А, о, анаболик, поднимайся вот сюда, починить. Там что-то можно будет пулемет провести по порядку. Так, Барри находит у нас, сколько там, 18 патронов бронебойных 7.62. Отлично, Амрин, пляши. Амрин, пляши, у нас, у тебя будет вообще возможность даже бронебойными палить. Так, и мы нашли еще один ГВР, ну опять же, ГВР. Ну, такой же, как у Амрина, в общем, поэтому мы его разбираем на запчасти. Он нам не понадобится. Так, анаболик. Вы прошли проверку, пулемет отремонтировали. Ну и можно будет, соответственно, вот таким вот образом. Да. Применять пулемет еще. Когда враги попрут. Так, все, давайте мы собираемся вокруг Пьера. Ready. Барри, спускайся. Так, там ловушка какая-то, я вижу. С капканом. I will do. Moving, as of this moment. Так, господа, давайте как немножко в стороночку свалите. Michael here. Да, Эмди, ты там наготове будь. Так, что у нас тут такое? Патроны обезвредить. Ну-ка, давай-ка сейчас попробуем. Ну, блин, по идее, навык должен быть очень серьезный. Так, погоди, а кто это обезвреживает? Это, ну, по идее, либо механик, либо... либо взрывотехник. Капкан.
Ага. Обезврежен. Молодец. This door is fast. Заперто. Все, понял. Так, она будет ко мне. Вскрываем. Отлично, красота. Так, нашли мы еще две гранаты. И 50 обычных, и смысл их сюда был, это, под такие, с такими вот сложностями. 50 патронов еще найдено. Ну, мы опять же традиционно, наверное, разделим их напополам с Игорем, чтобы у нас был боекомплект. Так, и тебе, соответственно. Третий автомат я в строй не буду вводить, потому что на троих это уже маловато будет. Ну, вот, на двоих-то отлично. Так, и Амрыну, наверное, сразу мы отдадим вот эти. Так, сделали. Все, вроде мы полностью всю территорию досмотрели. Ну и теперь давайте мы с Пьером побеседуем. MD present. Мы там его обещали вроде как это пощадить. I am in movement. Но если будет дрыгаться, то пройдется. Ну давай. Прекратите огонь, вы победили. Проиграть благородным противникам не стыдно. Моя жизнь в ваших руках. Так, значит, что у нас? Где держат президента? Чем займешься, если мы тебя отпустим? Где держат президента? Майор держит его в своем лагере. Даже не помышляйте его спасать. На материке нет другой силы, кроме легиона, и нет бога, кроме майора. Свет Господень сияет везде, даже в той пахучей дыре, в которой прячется майор. Ну да, там что-то про проповедника говорили про Барри. Чем займешься, если мы тебя отпустим? Хоть вы меня и победили, но моя жизнь принадлежит легиону. Не стану лгать, я должен вас майору. И он, скорее всего, прикажет мне выследить вас и уничтожить. Если вы этого не хотите, вы знаете, что делать. Но, по крайней мере, честный человек... Лучше на зайца или Олежка, однако похлебка из них вкуснее. Как нам найти майора? Это не особая тайна, к тому же вы достойны противники. Майор будет рад встретить вас в битве. Его форт в Орлином гнезде. Идти далеко, нужно взять с собой побольше еды, черт возьми. Вы прошли проверку на уважение. Но уважение самое главное. Так, ну чё, давайте мы это... Может иметь крупные последствия. Давайте в благородство поиграем, как говорится. Ты можешь идти. What? Что? Пощада Merci. Поверженному врагу? Я... Спасибо вам, наверное. Run away now. Давай, беги отсюда, иначе еще получишь. Такой, блин. Блин, вот вместо него бы этого Невского, блин, такой прикол бы был вообще бы. У нас же вот, ну, на Западе понятно бы, а вот у нас бы аудитория выла просто от восторга. Вот одни персонажи могли бы поднять продажи игры в России, блин, ну, там, на сколько это процентов, чисто вот из-за вот вести такого персонажа, было вообще офигенно. Возможно, мы еще встретимся, но не могу обещать не сражаться с вами, когда это время наступит. Да, это мы в курсе. Так, все, Пьер пошел. Мачете отдай, гад. Блин, мачете бы отдал. Так, ну что, тут, конечно, после вот этого всего жуть, капитальная приборка нам понадобится. Так, ну а мы, друзья, с вами сделали, по-моему, все, что могли сделать. Вроде как мы все обшарили даже. Тут закоулочек никаких не должно было оставаться. Везде пробежались, как метлой подмели. Итак, значит, подбиваем итоги. Выполнили мы с вами все задачи. Так, теперь вы можете пересекать водные преграды в регионе. Если вы выберете место, куда можно добраться только по воде, на карте появится водный путь, начинающийся с ближайшего порта в контролируемом вами секторе. За пересечение каждого водного сектора вам потребуется заплатить. Одним из портов секторов является деревня Эрни. Отряды могут комбинировать путешествия по воде и суше, чтобы оптимизировать общее время в пути. Если вы хотите отправить отряд по определенному маршруту, укажите его пункты на... А, блин, я вот этого не знал. Черт возьми. Кстати, да, я мучился, он уже автоматически маршрут прокладывает, блин, надо запомнить при шифте нажатом. Так, ну что, друзья, что мы имеем, значит, по заданиям. Так, понятно, нейтрализация майора. Мы получили, в общем, информацию, что майор находится в лагере Орлиное гнездо, сектор А20.
Ну, это вообще полная противоположная конец карты. Вообще полная. То есть мы туда... То есть я туда даже близко, я же говорю, я застрял вот здесь, вот в Монтегрейле. Так, единственное, у нас получается, видите, теперь мы можем переправиться на побережье. И мы это обязательно сделаем. Когда я играл, ну, прошлый вариант прохождения у меня получился, точнее не получился, я махнул вот сюда. То есть я сделал тоже, наверное, колоссальную глупость. Я не думал, что нас будут атаковать. То есть я думал, что мы вот поступательно движемся, очищаем сектора и как бы... А тут, оказывается, будет контратаки противника, вот. И поэтому, скорее всего, мы с вами начнем вот отсюда. То есть переправимся вот в этот порт. Возьмем его под контроль, потому что через него, наверное, начали атаковать враги. Вот, поэтому желательно будет вот это сделать. И от этого форт, ну, соответственно, зачистить побережье. Взять под контроль прииски. Вот, поставить гарнизоны. Ну, в общем, как-то так. Но это будет совсем, как говорится, другая история. Главное, что на сегодня остров Эрни наш. Значит, мы здесь имеем с вами подготовку ополчения, чем сразу как бы и... Нет, сейчас не займемся, это уже, наверное, потом сделаем. Вот, ну и, соответственно, так далее. Квестов у нас здесь с вами не осталось, я так понимаю. А, Пьер. Так, Люк хочет, чтобы сын Пьер остался в живых. Пьер побежден, Пьер остался в живых. Так, а это надо Люку еще сказать, кстати, наверное. То есть, ну, он же нам это давал. Ну вот, поэтому... Поэтому надо как-то с Аказией... А, если через деревню... Ну-ка, погоди-ка, через деревню. Допустим, я хочу сюда попасть. Да, все, замечательно. То есть, всё, мы здесь готовим тогда ополченцев. Сейчас останавливаемся здесь, пока ремонтируемся. Ну, все делаем, готовим гарнизон для этого форта из местных ополченцев. Вот, и как все это делаем, уже, опять же, бодры, веселы, выдвигаемся в деревню. Там сообщаем Люку, что, типа, все хорошо прошло. Пьер остался в живых. И оттуда, из деревни... Соответственно, выдвигаемся и уже будем высаживаться на противоположный берег. На этом, таким образом, мы с вами и закончим. Все, друзья, вот такая вот серия была. Прошла крайне, на мой взгляд, здорово. Мне весьма все понравилось. Главное, результат очень хороший получили. Меня все бойцы порадовали. Вот сегодня я даже ворчать ни на кого не буду. Мне вот вообще упрекать некого. Все молодцы, все красиво поработали. Красавцы. Вот. Надеюсь, дальше будет у нас примерно так же и двигаться будем. Все, друзья, спасибо всем за просмотр. С вами был Волк. Ну, до встречи в следующей, там, четвертой серии. Вот. Будет у нас высадка. К сожалению, вот лодки нам не показывают. Было бы круто посмотреть на них. Все, всем пока.